Добрый вечер. Попробуем сегодня поговорить о Монге. Я так понимаю, опыт небольшой. Я сейчас там буду в докерах ее запускать. Это просто для лично моего удобства. На самом деле, не хочу захламлять свою макось Монгой. Вот, а виртуалки у меня места не хватает, поэтому в докерах поднял. Запускаем. Так я сказал, запускаем. Так, запустили. И в отдельной консоли коннектимся. Так. Что такое? Так, минус-минус help. А если есть Монга, то мы можем... Да, конечно, локально сейчас я это... А если нет, то... Минус-минус порт. Да, поставьте. Да, в принципе, смотрите, что на экране будет. Там вам и Серега на лабораторке все покажет, как это запускать. Это чисто сейчас нет, ничего не повторяйте. Я вам раздал команду, просто чтобы вы потом могли повторить то, что я делаю. Они вот у меня тоже шпаргалка, я все то же самое буду делать. Просто смотрите, наслаждайтесь. 27.0.17. Так. Во. Теперь завелось. 10. Да, давайте поговорим немножко сначала о том, что за зверь такой Монга и зачем она нужна. Помните, я говорил, что основная проблема интернета сейчас — это уметь правильно масштабировать ваш софт, чтобы при увеличении числа серверов как можно ближе к линейному шло улучшение производительности. То есть вы доставили в два раза больше серверов, у вас в два раза больше клиентов можете обслужить. Вот это в идеале. Mongo предоставляет способ очень легко масштабироваться. Но платой за это у нас становится... То, что Mongo, например, не поддерживает транзакции. То есть, ну как, в официальной документации Mongo сказано, что она поддерживает транзакции с ограничениями. Давайте считать, что она вообще не поддерживает транзакции. Вот, единственное, в принципе, там нету атомарных транзакций в принципе. То есть, там есть, о терминологии чуть позже поговорим, пока запомните, вот только с одним документом мы можем работать атомарно. То есть, мы запустили в цикле обработку кучи документов, и каждый раз, когда к какому-то документу мы обращаемся, вот только действие с ним можно выполнять атомарно. Поэтому у вас часть может выполниться ваших действий, часть не выполнится. Это нормально. Более того, не скажу сейчас на 100%, по-моему, это поведение сейчас отключаемо, но когда вы делаете какую-то запись, вам приходит ок на это на самом деле ни разу не ок, а это то, что Mongo приняла, но она может применить это, может не применить. Там есть отдельная команда после этого проверить, прошла ли транзакция или нет. Были какие-то ошибки или нет. Немножко о классификации. Кто-то вообще имел дело с нереляционными базами? Угу. 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 Ну, то есть немного. Хорошо, тогда расскажу суть. Ну, SQL вообще о чем нам говорит? Вот есть реляционные базы данных. Все, что не реляционные базы данных, это вот отдельный класс. Причем их там куча разных видов бывает. Графовые базы данных, что у нас там есть примеры. Вот. Документ ориентированный, это в частности Mongo. Key-value хранилища, которые, как правило, как кэши используются. Вот. Кортеж ориентированный, поколоночные СУБД. Вот это все NoSQL идет. Короче, смысл такой, если это не реляционное, значит NoSQL. Вот. В общем-то, даже некоторые NoSQL формально поддерживают SQL. Tarantul 1.8 будет поддерживать у нас SQL, например. Хотя это не реляционная база данных. Mongo хранит документы. Что является документом у нас? Вы потом увидите и поймете, почему именно так сделано. С JavaScript кто-нибудь не работал? Все работали практически. Вот. Тогда будет понятно. JSON, значит, знают все, что такое, да? Вот, в качестве документов Mongo хранит JSON. То есть есть какой-то
JSON большой объект JSON-овский. Вот назовем его документом. И Mongo может работать атомарно только с ним. Вот у меня открыта консоль Mongo. Давайте покажу, что это такое, как с этим работать. Ой, я на JavaScript 1000 лет на самом деле не писал. Могу ошибаться. Сейчас поймете. Что мне нравится? Алло, я переписал, ребят, извините. О, да. Сразу не увидел. Смотрите, ситуация какая. Консоль Mongo — это обычный JavaScript интерпретатор. Когда вы пишете на Mongo, вы пишете на JavaScript. Вы будете завтра еще смотреть Tarantula, там все на Lua происходит, здесь на JavaScript. Как думаете, какой основной use case у Mongo, где ее применяют? Вот у меня технический директор наш ездил недавно в Калифорнию, вот, и не знал, насколько это правда, насколько байк, но он говорит, средний стартапер в долине — это человек, который 2 недели назад открыл книжку HTML для чайников. Вот. Ему надо быстро запрототипировать свою гениальную идею, как вот можно быстрее, по продаже хомячков методом Uber. Довозить их побыстрее, вот, и найти инвесторов. У него нет времени что-то учить, а тут такой фуллстэк. Он пишет на JavaScript в браузере, он на Node.js пишет бэкэнд, еще у него и Mongo на JavaScript. Профит, человеку ничего учить не надо. Вот. Кроме того, где еще? Насколько читал доклады, я вам ссылочку потом кину, от все того же Петра Зайцева есть хорошее сравнение MySQL с Mongo. Electronic Arts, насколько я знаю, очень хорошо используют Mongo. Зачем это нужно? Они делают какую-то игрушку. В принципе, как игра выглядит? Сначала она набирает критическую массу игроков, они играют, а потом игроки уходят. Да? Как-то у нас вот с недавними продуктами такое много было. Игра такая хайповая, там много людей в нее сразу начало играть, потом люди разочаровались в игре и все ушли. Вот Mongo очень хорошо масштабируется, и за счет этого Electronic Arts ее очень любит, потому что сервера можно потом долго поддерживать, просто сначала отмасштабировали, а потом демасштабировали, и все нормально. Вот у Mongo вообще в лабораторке, увидите, все очень круто заточено под масштабирование. Там шардирование делается вот так из коробки, вам не приходится вообще схему шардирования писать, ничего. Она там все, ходите через роутер, она все сама сделает, вы просто говорите, какой ключ шардирования. Там, когда надо, оно само шарды новые принимает, как надо их перемасштабирует. Вот. Не знаю, насколько хорошо работает. Опять же, у нас в продакшене, насколько я знал, в Mail.ru Mongo нигде нет. Почему она есть в этом курсе? Ну, чтобы сравнивать с Tarantula было что-то. Чтобы не было только MySQL и Tarantula, вот добавили небольшой обзор Mongo. Да? Давайте попробуем. Немножко о терминологии. База данных в терминологии MySQL, она же схема, здесь тоже база данных. Давайте создадим базу данных learn. Use learn. Switch to DB learn. Есть коллекция. Ну, как думаете, что такое коллекция в терминологии MySQL? Таблица. Да, это, нет, это таблица. Вот. И строчки — это документы в данном случае. То есть сущность в данном случае у нас документ. Ну и у каждого документа есть поле. Причем, так как в данном случае у нас документ — это не строка таблица, там может быть какая-то иерархия. Второй важный момент, который нужно знать. Mongo не задает в общем случае структуры. Да?
То есть у вас, может, документы вообще ничем быть не похожи в пределах одной коллекции. Это вполне возможно. Вот, потом увидим, это на практике покажу, но это важно запомнить. Теперь ответ на тот же самый вопрос, то с другой стороны. В интернете часто можно встретить мнение, что в Монге никак нельзя задать структуру документа. Это неправда. На самом деле можно сделать ограничение, сделать, что какие-то ключи должны быть. У меня, по-моему, там есть в конце пример, не знаю, будем мы рассматривать это сегодня или нет. Но вот на том документе, который я вам раздал, есть DB Create Collection. Вот давайте покажу прямо его. Заодно и на видео оно попадет. Вот видите, валидатор здесь есть. Вот как раз валидатор за это и отвечает, да? То есть мы говорим, что есть телефон, у него обязательно должен быть TypeString, есть email, и он должен попадать вот в такую вот регулярку, то есть обязательно быть в домене mongodb.com. Вот. И статус должен быть либо unknown, либо incomplete. Просто вот пока не надо запоминать синтаксис, ничего этого запоминать не нужно. Нужно запомнить, что структуру можно не задавать, но если надо, можно ее задать. Какие-то ограничения, по крайней мере, внести на нее. Окей, мы сейчас находимся в таблице Learn. Давайте попробуем сделать первую ставку. Еще раз, мы пишем на JavaScript. Это важный момент, поэтому вы можете что-то оборачивать внутрь каких-то JavaScript-ов. DB, Unicorn. Insert. Name. Задаем пол, гендер. F. И задаем вес 450. И получаем сразу ошибку. Да. Так. С правами небольшая проблема получается. Как так? Давайте по-другому сделаем, выключим докер. Нафиг, докер. S, докер. Блин, help. Docker RM. Стоп, что ли там? У нас стоп. Остановим контейнер и запустим вручную просто Mongo. Я ее скомпилировал на всякий случай. Лосанкадир. Дата 1. Help. DB pass. Это один. Вот. Стартануло. Пробуем. Use learn. Во. Вот теперь прошла запись нормально. Там что-то в докере, видимо, права какие-то настроены. Ух, проверил на виртуалке, готовился к лекции. Итак, что мы получили? Мы вставили первый документ в коллекцию Unicorns. Обратите внимание, мы даже не создавали коллекцию, она сама автоматически создалась.
Доступ какой? ДБ — это некий объект, который нам позволяет работать с нашей базой данных. Там практически вся работа через него происходит, кроме реплик и шардов. Для реплик у нас объект RS, для шардирования SH. Вот. В остальном ДБ, кстати, обратите внимание, тут очень хорошая подсказка по депуляции. Вот все, в принципе, возможные функции есть с ДБ связанные. Давайте покажу вам, какой здесь с точки зрения хелпа удобное есть. DB get collection names. И закрываем. Вот получаем массив unicorns. То есть, в принципе, нам вернулся JavaScript, JSON-объект со всеми нашими коллекциями unicorns. DB Unicorns. Видите, прям по табуляции у меня идет автодополнение. Вот все, что можно с ним сделать. Ну, сделаем find. Вот этот объект. Имя Аврора, пол женский и вес. Обратите внимание, всегда появляется вот такое вот поле ID, да, у нас. Некий уникальный идентификатор объекта. Он всегда присутствует, но его можно в выводе отключить, будет подробнее, покажу чуть позже. Давайте еще несколько таких вставим объектов. Я все вручную делаю, чтобы медленнее вы успевали осознавать. Не буду копировать. DB, unicorns. Давайте, кстати, посмотрим, какие есть индексы. Их нет еще. Это к другой версии, видимо, было у меня. DB unicorns insert name лето. Under n home. Вставляем еще один объект. Получается, она должна была расшириться. Она должна была расшириться по столбикам, получается. Здесь нет понятия столбиков. У нас нереляционная база, смотрите. DB uni. Вот как раз это и хотел показать. Обратили внимание, да, что появился еще home, да? Вот такая вот штука. Вот в первом его не было. Еще раз, DB unicorns. Find. Смотрите, у одного есть home, а у первого нет home, да? То есть у Авроры нет дома, она бомж, а у Лета есть дом. И с вормом то же самое. Вот как раз это то, о чем я говорил, нет жесткой структуры. Отсюда вылетает еще одно полезное свойство Монги. На этапе прототипирования, когда вы точно не знаете, что там будет, вот такой способ хранения данных вам будет очень удобен. То есть вы не знаете, что будет храниться, в любой момент там меняете, как вам надо, и все будет отлично. Вопрос. Да? Тогда происходит борьба с тем, что у нас у кого-то каких-то строк нету, скажем, вот. Горы вообще строчки home не будет совсем. Если мы, например, пропишем home, то она вообще просто не будет появляться. Ну, вот, например, хотим прописать find по home, то она вообще не появится. Да, но не появится, но есть ключ, допустим, поиска, там же можно or задавать, написать или home не exists. Ну, я все это покажу, потом это будет. Если, например, будем погружать эту базу данных, например, в каком-нибудь формате типа CSV, то как там, она просто NaN или NaN? Я не уверен, что Mongo вообще в CSV можно выгрузить, сход нет, ну, конечно, как-то можно. Вот. Ну, вообще можно задать скриптом null. Ну, то есть, как ты JSON будешь преобразовывать? Ну, вот у тебя есть JSON в CSV. Ну, можно получить множество всех полей, которые у нас есть, а потом сделать их нулами. Ну да, такое можно сделать. Но понимаешь, ты в CSV это не преобразуешь в любом случае. Потом увидишь почему. Но если проще, то в JSON у тебя может быть вложенный объект, да?
То есть у тебя многомерная таблица тогда будет, и это в умерную таблицу не выразишь никак. Там могут быть массивы, могут быть вложенные объекты. Ну, это все покажу чуть позднее. Давай пока это сконцентрируемся. Поднимаем и еще раз вставляем полную копию лета. И смотрим. Получилось такое же, только, видите, айдишник отличается. Окей. Теперь давайте сделаем вот так. DB, unicorns, insert. О, вот они подобавляли. Insert main, insert one. И вытучим. Корни. Доб. Двоеточие. А теперь обратите внимание, что делаем. Carrot. Что нигде не ошибся. Давайте вот так еще покажу. У нее нет структуры данных по умолчанию вообще. В любые вообще. Коллекция — это некая просто логическая сущность. Вы просто сами полагаете, что там лежит только то, что вам нужно. Но в принципе может не лежать. Кстати, скажите, вот у всех есть паспорт гражданина Российской Федерации, я думаю, здесь присутствующих. Удобно будет паспорт хранить в такой таблице, в Монге или в... Это, господи, в Монге или в MySQL? Нет. Не структура нечеткая. Это извечная проблема на самом деле. Я не знаю, кто как. Я живу в Зеленоградском административном округе города Москвы. Так вот, у нас нет такого понятия, как улица, например. У нас нет такого понятия, как дом. У нас есть корпус, но нет улицы. А зато у нас город пишется неоднозначно, а пишется город Москва, запятая город Зеленоград. Вот, небольшая байка. Я там это, общественной деятельностью еще немножко занимаюсь, помимо всего. И вот там надо было для госучреждений записать адреса. И сколько я мучился, как правильно писать адрес. Так вот, из-за того, что адрес у нас не зафиксирован, смотрите, кто-то живет там. У нас адрес достаточно простой, город Москва, там город Зеленоград, корпус 1623, квартира там какая-то там. Не суть, не буду палить свой адрес на запись. Это кому-то Монго не нравится, будут угрожать. Вот так это работает как-то, да? А у кого-то там, не знаю, Московская область, город такой-то там, микрорайон такой-то, не знаю, дом такой-то, корпус такой-то, все вот эти сложные структуры, и это сложно как-то формализовать в реляционную таблицу, да? Вот поэтому там, допустим, в таких объектах это было бы очень легко и просто хранить. Вот. Более того, вообще информацию о человеке, почему так просто было бы хранить, ну как ее можно было хранить, у кого-то есть ИНН, у кого-то его нет, да, по закону мы в принципе не обязаны иметь ИНН, поэтому вот здесь вот было бы очень удобно, что нет жесткой структуры, даже вот информацию о человеке можно хранить, нет, естественно, его можно хранить там нулами, указывать, что отсутствие внешней связи с, допустим, создать отдельно табличку ИННов, там, где серия, номер ИНН, там, кому она принадлежит, делать external ключом на человека, да, а если у человека нет ИНН, просто у него ноль будет, да, вот, можно так, но вот в данном случае Mongo это очень удобно, а с точки зрения того, как представить адрес, ну, наверное, вот здесь очевидно, как адрес представить, и очень просто, а в реляционных терминах, ну, я в свое время заморачивался, мы для института делали с другом проект, там надо было
Олимпиады сохранять, результаты Олимпиады, и в том числе прописка человека. Мы очень серьезно извращались, как сохранить прописку, потому что ну, вот реально это сложно. В России, по крайней мере, я не знаю, как во всем мире, так ли сложно или нет, но вот у нас нет жесткой структуры адреса. Нельзя просто в строчке хранить или там обязательно поля разбивать? Ну, понимаешь, ну окей, ну потом тебе эту строчку парсить где-то придется. Тебе надо найти всех, кто живет в Московской области, условно, или я там не знаю, найти, чтобы соседи не сидели рядом друг с другом. Вот это все парсить придется, распознавать его. Ты же данные не просто так хранишь, ты их хранишь зачем? За тем, чтобы их потом анализировать, да? Просто так данные редко хранятся. Вот если они никому не нужны, как бы зачем их хранить? Ну вот, с другой стороны, эти ключ значения, они не являются упорядоченными в Монге? В смысле? Ну вот name, dop, loves, оно всегда будет так ключ один за другим идти или это никак? В JSON они не должны быть упорядочены по определению. Зачем? Ну то есть как, они возможно и будут упорядочены храниться, но считаем мы, что нет, они не упорядочены. То есть в этом плане смотри, как это может выглядеть. Ты выкачал куда-то, а они в разных структурах данных хранятся. И ты на клиенте, когда вычитал из Монги, они у тебя пересортируются, будут по-другому храниться. На это никогда не надо закладываться. Еще раз, JSON он очень легко парсится. У тебя в любом языке программирования JSON очень легко распарсить. То есть получить какой-то объект в данном языке. Вот, я не знаю языка, который не помогает, ну разве что в ассемблере, наверное, не получится размаршалить. Вот это может там какие-то макросы сделаны для этого. Вот, ну, вплоть до того, что даже на Си это делается достаточно несложно. Вот, с JSON очень удобно работать. Это вообще основное его преимущество. Он человек читаемый, легкий. Вот, можно посмотреть вот get replication info. То, что не реплицируется, на самом деле я немножко не так дополнил. DB, get, last error. Получаем последнюю ошибку. Вот, ошибок не было. А если бы до этого мы там, помните, когда я через докер запускал, мы бы там получили, что последняя ошибка была, там, ошибка записи. Так, давайте еще пару таких товаров. А, да, DB, unicorns, find. Вот, видите, isAdate, то есть просто джаваскриптовский объект даты у нас вот в таком виде удобно читается, пишется. То есть можно вложенные объекты делать. А вот помните, там было обсуждение о том, у нас можно ли это в CSV импортировать. Ну вот, видите, loves, у нас массив лежит внутри. То есть он любит не только морковку, но еще и папайю, да? Очень удобно такие вещи хранить. Так, давайте копипастим все это дело. Тут много всего. Чтобы вручную это все не писать. Кто у нас был последний? 92-го года рождения, да, у нас был последний. Что не так? Принт 100. Так, что мне нравится? DB, unicorns, find. Вставились они все. Так, почему пилот два раза у нас? Немуи и Дункс. Нет еще. У нас их должно получилось чуть больше, чем я ожидал. Ладно, сейчас не буду показывать удаление. Давайте поселектим всех, у кого мужской пол. DB. Ну, как селектить всех, мы поняли, да? DB, unicorns, find, gender, M. Закрываем, пишем. Вот видите, выпадают только мужчины.
теперь давайте зададим более сложное условие. Извлечем всех мужчин, у которых вес больше 700. Двоеточие. Это 700. Зачем я сюда скобку поставил? Ну, теперь вот так. Все хорошо. Смотрите, есть такое понятие селектор. Вот GT — это селектор больше. Ну, соответственно, есть больше либо равно, меньше либо равно, присутствует. Итак, извлечется только те, у кого есть, во-первых, поле вес. Если его нет, то он не извлечется, да? И вес у него строго больше 700. Вот это селектор. Теперь давайте извлечем тех, у кого отсутствует поле Vampires. А как он это делает? Он на фуллсканах проходит документы? Хороший вопрос. А тут тоже есть экспонент? Конечно. Так что не так? Да что не так-то? Сейчас, ребят, секунду, сори, ДБ. Версия-то там уж, они что-то от версии к версии поменяли. И проверю пока. Должно быть нормально. Вот. Странно, почему там не заработал эксплейн, ладно, не суть. Смотрите. Вот он, в принципе, пишет, что он делал. Query план. Вот индексы, которые он будет использовать, да? То есть у нас пока индексы не заданы, поэтому здесь ничего нет. Вот пол скан, он пишет, как будет ходить. На каком этапе, что происходит. То есть здесь эксплейны есть. Потом индекс, когда будем создавать, я покажу, как это будет выглядеть. Просто пока смысла особого нет об этом. Ну вот еще один индекс, да. Вот фильтр, который будет. Он будет создавать порядок прохода. Ну, в общем, фильтра пока нет. Есть аналог лайк? Регулярки можно задать, по регуляркам пройтись. Он регулярки имеет, да. Да, есть фильтр regex. Ну, давайте попробуем сделать. Сейчас сходу не знаю, напишу, я не напишу. У меня, по-моему, шпаргалки в моей нигде нет. Find. Да, я просто думал, как бы этот фильтр задать. Давайте имя. По-моему, такой там синтаксис. Вот видите, селектим только тех, у кого А есть. Давайте поселектим тех, у кого есть OLN. Строка. Там еще какие-то параметры можно задавать? Типа, что не только сначала, это, ну, допустим, как match, но...
Ну, он будет находить всех, у кого name, и будет под них ставить регулярку OLN в данном случае. То есть он найдет тех, у кого есть PCK OLN. Или можем найти тех, кто начинается с S большое, да? Вот так вот, по-моему, синтаксис должен быть, да, вот. То есть начало это вот так? Ну, стандартные PCRE, то есть стандартные перловые регулярки. Вот, шапочка — это начало строки. Если S вот так брать, ну, тут S большая, да, можно найти тех, кто завершается на A вот так вот. Вот, видите, все, кто на A вывелись. То есть вот этот значок означает у нас что? Что А. Можно найти тех, кто начинается на А большой и заканчивается на А маленькая, да? Точка, звездочка. Вот видите, то есть здесь, в принципе, мощнее, чем лайк даже получается штука. Вот можно регулярками сделать, например. Всем понятно, да? Все же... Кто не знает, что такое регулярное выражение? Дискретку все изучали? Регулярные языки. А индекс как будет работать? Ну, типа, у нас индекс работает только в начале. Ну, все покажу, все расскажу, ребята. Да, давайте это до индексов дойдем. Потому что если в SQL я пробежался галопом по Европам, просто так освежить знания, если кто-то вдруг что-то забыл, потому что там все на SQL писали, то здесь более все-таки... В институтах это, по крайней мере, не изучают, насколько я знаю, Монгу. Поэтому здесь, я думаю, всем полезно просто посмотреть на ее возможности, а детали. Вот помните то, что я вам говорил? Вот я уже вижу, что курс вам зря не прошел. Что если вы знаете об особенностях, вы всегда будете задавать правильные вопросы. Вот вы мне уже очень все правильные вопросы задаете, потому что знаете в теории, какие возможности есть. Знаете, как вот... Если в MySQL не работает индекс с этим, вы всегда задаете вопрос, а как индекс с этим будет работать? То есть вы уже задаете себе вопрос. Это о чем говорит? Что вы как минимум посмотрите всегда explain, да, потому что вы знаете, что есть explain. Вы знаете, что индекс не всегда работает. Вы увидите, если индекс не работает, и вы всегда это загуглите. То есть вам даже ответ на этот вопрос не нужен. Ответ наверняка есть в интернете. Вот здесь важно именно то, что вы научились после этого курса задавать правильные вопросы. Это очень важно. То есть вот реально не зря прошло. Так, давайте сделаем такой запрос. DB, unicorns. Мы, по-моему, этот пример не делали еще. Find. Видите, regex я написал без шпаргалки, значит, сам еще помню что-то. Vampires. Exists. Получаем только тех, у кого отсутствует поле Vampires, да? Это ответ на вопрос тех, кто спрашивал, а что делать, если там у кого-то такого поля нет? Вы всегда можете таких людей извлечь, или я там потом покажу, как работает оператор OR в таких селекторах. Вы после этих операторов там, сможете написать запрос такой, найти всех, у кого вес больше 800, или тех, у кого вес не существует, ну, он не задан в структуре. То есть это все, в принципе, решаемые вопросы. Можно всегда найти. Давайте теперь посмотрим более сложный пример. Так, почему инвентарь у меня здесь пошел? Ладно, не суть, это мне, например. Я напишу более запросы другие. DB. Давайте все у нас unicorns. Find еще раз. Я найду, чтобы написать запрос удобный. Давайте найдем всех, кто любит яблоко. DB, unicorns, find, loves. Как думаете, что вернет? Как он будет сравнивать? Смотрите. Давайте ставки сделаем. У нас преподаватель, кто на U7 учился, может, помнит Борисова. Он все время спрашивал, а что будет, если сделать так, да? Вот, значит, что делает, вижу по реакции, за 7 лет ничего не изменилось. Смотрите, вот все видели, да, я выделил строчку. Loves. Только loves у него массив, не строка, а массив.
и у него входит в этот массив яблоко и watermelon, это у нас что, арбуз, да? Вот, а здесь мы loves говорим, что apple. То есть мы с массивом сравниваем строчку. Найдет он вот этого товарища, которого я выделял, вот этого вот Лею? Это будет неправильно, если найдет. Найдет, он просто пройдет. Значит, это включается. Найдет, найдет. Для него массив — это объект первого рода. То есть он в нем будет искать так. Как думаете, можно сравнивать с массивом? Ну, это не всегда хорошая практика, наверное. Нет, стоп. Практика, если ты знаешь, что ты пишешь, ты всегда однозначно задаешь. Поэтому как, если лишняя возможность есть, это неплохо. Но найдет ли он? То есть, а он нашел, где есть яблоко? Да, где яблоко входит в массив, либо Apple, либо loves у нас же не только массивом может быть, у нас же не жесткая структура, а loves может быть еще и... Ну, давайте пример напишу. DB insert. Unicorns and Serp. А, да, спасибо. Вот так вот сделаем. Я имя задавать не буду, все так, у нас не жесткая структура, воспользуемся. Побудем ленивыми. Видите, все равно он его находит. То есть здесь он массивами сравнивает, здесь со строчкой. Все нормально, да? Да, я понял, Миша. Вот, вот такая вот история. Так, а там пишется все нормально? Да, пишется. Давайте теперь попробуем сделать loves и сравнить с массивом. А как же, например, найти тех, у кого она тоже Apple, а больше ничего нет? Это как-то длинующий массив можно показать? А можно еще? Больше ничего? Ну вот, смотрите. Вот такой есть товарищ. То есть сравниваем с массивом просто. Что если у нас, например, кто-то есть Pineapple? Он тоже вообще? Regex сделай. Давайте проверим, мне самому прям сейчас стало интересно. Я не знаю ответа, честно говоря. Давайте вот так сделаем. Regex. А там Pineapple был у нас в выборке, не помнишь? Надо одного запихнуть Pineapple, ничего себе. Давайте вот так сделаем. А. Loves insert. Ну, не люблю вирусные видео, помните этот, когда Pineapple, Apple Pen, да? Я сейчас в голове заиграл эту музыку. Find loves. Давайте регексом попробуем поискать такого. Regex. О, находит Pineapple. Поэтому, если ищем по регулярочке, надо сделать вот так вот. Начало, конец, полное соответственно. Вот видите, больше Pineapple, Apple Pen нет. Ну, все хорошо. Если в одном массиве будет соответствие по регулярке и дважды? Ну, наверное, ему достаточно один раз будет найти, я не думаю, что... Два раза выведет? Нет, один раз. Конечно, один раз. Если там power, ты что-то ищешь, тебе же не выводится, если ты написал там один больше 10 или or, там это, сейчас, один меньше 100 и один меньше 1000, у тебя же не выведется единица два раза, да? Ну, здесь как бы это логично, было бы странно, если было бы по-другому. Кстати, ребят, еще такая информация, опять же, на практике давно не использовал. Возможно, здесь чем-то ошибусь, но учтите, когда-то я что-то такое читал. Возможно, это был баг какой-то. Но если в Монге искать что-то не по индексам, то он выведет, скорее всего, не все. Вот что-то такое было там в Монге. Просто учтите, что какая-то такая возможность, то ли баг, то ли фича была. Не будет искать, если больше. Нет. Он просто выведет там какой-то топ строчек и все. И, по-моему, забьет. Вот что-то такое там было. Что-то у меня в голове на подкорке такая информация осталась. Что-то меня смущает. И аргументация была такая, нефиг искать без индексов. Если там у кого время в перерыве будет и желание, погуглите этот момент, да? Потому что я к одной из лекций готовился, когда вот я видел эту информацию, я, по-моему, на какой-то лекции это говорил, но что-то у меня нигде в шпаргалках, в моих любимых статьях это не осело, поэтому, возможно, я не прав. Ну,
вот что-то такое там было, да. А если тогда значение какого-то поля уже существующее на другое, оно перезапишется или допишется? Будем разбирать. Есть такие примеры, потом покажу. Там с этим вообще отдельные приколы есть. Как в Монге апдейт работает, это веселуха. Покажу, расскажу. Давайте разберемся с массивом еще немножко. Да. Loves. Apple, давайте еще всех найдем раз, кто любит яблоки. И напишем вот так. Apple. Watermelon. Обратите внимание, да, нашли кого-то. А теперь давайте сделаем вот такой финт ушами. Поменяем Apple и Watermelon наоборот. Как думаете, найдет? Не найдет. Ребят, не найдет. Он сравнивает массив ASIS. То есть берет первый элемент, сравнивает с первым, второй со вторым, третий с третьим. То есть он не умеет их переставлять. Это не то, что вы думаете. Потом... А, ну как потом? Скоро прям. Вот сейчас я покажу, наверное. Когда мы создаем этот JSON, он сортирует элементы или в каком... В каком вбили, в таком и будет. Никакой сортировки там нет. То есть массив у нас порядочный в определенной степени. То есть ты его в каком порядке написал, так и будет. Это не сет, это не множество. А зачем за этим следить? Ну, смотри, здесь семантика все-таки такая, именно массив в таком формате. Как найти несколько таких, я сейчас покажу. Да вот следующий пример, как раз он и есть. Да. ДБ. У кого шпаргалка моя есть, там. Может, видит уже. Find. Знаете, вот так, loves. Даже не так давайте. Вот так. Объект or loves Apple. И это я не прав. Вот так нужен массивчик. Вот так вот пишем, то есть вот один любит только яблоки, другие любят еще что-то, то есть вот дыню, кто любит, и виноград. То есть вот так у нас работает OR, давайте еще раз. То есть мы создаем объект селектора, там у него есть поле OR, да, и у него в массиве перечисляем все возможные варианты. Любит яблоки или любит эти арбузы, господи, да. Можно сюда еще добавить какое-то условие по и. Не знаю. И. Гендер. У него М. Вот, извлекли только мужчин. Давайте еще немножко сейчас отойдем от синтаксиса, расскажу, чтобы это перемежать то, что я пишу в консоли, с какой-то информацией. Вот то, что вы видите, здесь печатается, это на самом деле не совсем так. Это делает интерпретатор Монги. То есть вот этот вот запрос, он на самом деле возвращает не вот этот вот список, он возвращает так называемый курсор. Ну, кто в SQL помнит, что такое курсор, в MySQL там он точно есть. Вот здесь это приблизительно то же самое. То есть это некий итератор, по которому мы будем бегать, да? Вот, за счет этого у него есть вот эти эксплейны все, то есть вот мы делаем эксплейн, он ничего не находит, а он распечатывает, как этот итератор работать будет, да. Давайте еще один интересный, на мой взгляд, момент покажу, чтобы было понятно. Как думаете, что будет? Кто знаком с JavaScript? Он вернет, то есть объект первого. Прикольно, да? Ну да.
То есть, смотрите, у вас help, у вас прям функция вернулась, как она есть. Как можем это использовать? Ну вот, смотрите, видно, что он будет принимать запрос, поля, какие он будет принимать, лимит, скип. Все вот это вот у нас есть. То есть, это реально можно очень удобно использовать, как help. Посмотрите, что принимает функция, что из этого обязательно, что не обязательно. Вот, допустим, посмотрим, что будет в случае скип. Где у нас здесь скип? Может тогда поломать файл, прислать такую функцию. По-моему, да, можно так сделать. Ну, как бы это, зачем так делать? JS. Ну, JS, да. Ну, это издевательство какое-то, ребят. Вот, то есть, вот, кстати, помните, что я говорил? Вот курсор, видите, образуется курсор, и он возвращает именно курсор, да? А то, что вы видите, это распечаталось, это просто особенности JavaScript-интерпретатора местного консольки. Если она получает курсор, она выводит курсор. Но, в принципе, по этому курсору можно итерироваться, что-то с ним делать. Вот это важно знать, что возвращается именно курсор. Так, давайте рассмотрим оператор in теперь, аналогичный целиком in в SQL. Const find. Давайте по именам поищем. Там сейчас получается старый стандарт JavaScript, да? Ну, вроде да. Вот я, скажем так, я на JavaScript очень мало пишу, поэтому не берусь там говорить. Я знал, там что-то новое появляется. Вот, по-моему, здесь на V8 это все работает, опять же, не уверен. Поэтому я думаю, там, когда V8 они новые возьмут, там заработает. Но не уверен, что там именно V8. Name. У нас пилот есть, да, пилот и лето. И селектор забыли обернуть. Вот так. Да? То есть вот получили всех лет и всех пилотов. То есть вот так вот у нас работает оператор in. Давайте теперь покажу, как работает оператор all с массивами, да? Помните, задавали вопрос, а как быть, если там у кого-то написан массив Apple Watermelon, а у кого-то Watermelon? Так, но мы хотим сравнивать, что четко все есть, да? Есть специальный селектор all. Блин, почему я шпаргалку написала для другой схемы? Приходится головой думать, а не копировать. Так. Loves. Loves. Двоеточие. Объект. All. Water. Melon. Так, вот видите, как он вернул, да? То есть все должно присутствовать. Давайте вот такой вот пример еще сделаем. DB insert loves. Не вернул бы дорогу. Кого не вернул? Запрос это не сработает. Это точно не сработает. Там и... Ребят, сори. DB, unicorns. Давайте еще раз. Find. Я стрелку вверх поднял, да. Loves. All. Давайте вот так сразу писать. Apple, Watermelon. Сейчас вроде все окей, да? Во.
Давайте сделаем еще два дополнительных поля. Просто показать, как оно работает. DB, unicorns, insert. Loves. Water, melon, apple, в другом порядке, и давайте еще вот такой, не знаю, крокозабра, пускай он любит крокозабру. То есть, видите, да, он возвращает их независимо от порядка, но только если все элементы массива, которые в селекторе all, встречаются в этих массивах, да? Идея понятна, как это работает. А это получается эквивалентно, если мы напишем loves apple and watermelon? Loves apple and loves watermelon, да, да, получается так. Некий синтаксический сахар. Так. DB, unicorns. Вот есть еще вот такая возможность. Find. Loves. Size 2. Вернули только тех, у кого size 2. Окей, а как есть идеи, как вернуть тех, у кого больше size 2? Да, делаем еще раз вот так, size, еще один селектор внутренний, GT 1. Еще что не так? GT 2 точка. Блин. Не работает так, да? А может, нам нужно? Не-не. Мы же не массив задаем. Size требует именно число. Значит, там какой-то отдельный на этот селектор наверняка должен. Нет, 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 но мы же все-таки этот параметр size возвращаем. Возможно, там фильтр просто самому имеет смысл написать по курсору. Тогда сработает. Ладно, не будем на этом тогда останавливаться. Это я сейчас решил поэкспериментировать. Не смотрел никогда, как это делать. Если надо будет, я уверен, что это можно написать. А, ну вот, собственно говоря, как это можно сделать. DB, unicorns, find. Есть такая штука, называется where. Where принимает у нас что? Where у нас принимает функцию, function. LM, по-моему, она должна принимать, если мне память не изменяет. Сейчас посмотрим. LM. Pairs больше 55. Если мне память не изменяет, вот так оно должно делаться. Lem is undefined. Да ладно. Это
как, что ли? Давайте глянем. Там. В Гугле точно покажу пример. MongoDB where... Монги очень хорошая документация, что мне у них нравится. Вот я каждый раз, когда это что-то смотрю, делаю так. О, как через строчку все делается. Точно, вспомнил. Просто return не сделали, вот. Вот такая вот фигня. Return надо было сделать, это я протупил, да. Очевидно. То есть возвращаем всех, у кого 55. Ну, вампирс больше 55, да, понятно. Так. Length this. В JavaScript length, да? В конце, да, в JavaScript. После length тоже свойство length. Length, так, наверное, да. Или length, по-моему, да. Больше двух. Еще. Надо if написать здесь, получается, да? If. This loves Во, супер. Получилось то, что хотели. Только, скорее всего, он вот у этих, если loves будет состоять из одного символа, он не заработает, да? Потому что он будет определять длину строчки, а не длину массива. Вот, скорее всего, это так будет работать. Ну, я думаю, код такой вы уже допишете. То есть я говорю, здесь JavaScript, вот если надо, там проверки вот эти навставляете. Ну вот проблему как бы победили. Буквально там сколько мне потребовалось, я не писал эти where уже, наверное, полгода точно. Уже не помнил, как это делать. Вот буквально один запрос в Google решил всю эту проблему. То есть я знал, что это JavaScript, я знал, что есть where, а уж синтаксис я посмотрю за 2 секунды, да? Вот, то есть вот решили проблему, пожалуйста. Кейс стенд есть? Кейс стенд есть? Ну, это при добавлении новых полей. Если там при этом условии вот это, иначе там... Ну, это функции дописать просто можешь, и все. То есть просто написать функцию JavaScript-овую. Там есть абсерт, если я правильно понял, о чем ты говоришь, но не уверен, что это то именно. Давай потом обсудим тогда. Абсерт я покажу. Так, давайте немножко на апдейты посмотрим. DB Unicorns Update. Не получится показать так, что я хотел. Надо сначала все сломать. Во. Давайте сломаем все. То я смотрю, там уже все правильно, у меня в шпаргалке написано. Name. Давайте я скопипастну, а то я столько букв О не напишу. Где моя шпора? Name. Rudels. Пожалуйста, столько букв он написать, интересно, вручную. Вейгахата 590. Давайте сначала обсудим, прежде чем я нажму Enter, что здесь происходит. Я хочу у Рудлса, у единорога, да, сделать вес 590. То есть первое — это селектор, находим таких, у кого имя Рудлс. А второе — это задаем
весом. Во-первых, сколько у нас редулсов, кто помнит? Давайте глянем по шпаргалке. Один, да? Один был, да. Вот так сделаем. Спасибо JavaScript за комментарии. DB. Мне просто интересно проверить find. Да, один такой. Можно вот так сделать. Один. Спасибо курсорам. Тогда здесь только первая особенность апдейта будет, потом вторую покажу. Что мы ожидаем будет вот с этим вот объектом? Он сотрет вообще все поля. Да, он сотрет все поля и оставит там только wait. Единственное, что там останется, object ID тот же самый. Вот. Меня кто-то опередил уже. Вот. Ну, согласитесь, здоровый, нормальный, адекватный человек, когда читает этот запрос, подумает, ну, очевидно, вот все останется как есть, только weight станет 590, а не 575. Ну, как бы не так. Делаем так. Думали задать параметр, когда остальные поля не трогать? Нет, придумали, конечно. Только это не дефолтное поведение. Безусловно, они это придумали, иначе это была бы жесть. Вот. Я к тому, что здесь интуиция нас подведет. Здесь будет все неинтуитивно. Так. Вот видите, у нас даже имя изменилось. Мы по нему заселектили, а имя вот такого больше нет. Как его теперь можно извлечь? Сейчас интересно, прокатит такой способ или нет. ID. Вот, видите, Object ID совпадает. Вот этого товарища мы не нашли. У него только Object ID остался, тот же самый, и вес изменился, тот, который мы задали. Вот, то есть вот так и живем. Аккуратнее, интуиция может подвести, а на продакшене такое не делайте. Да? Ну, то убьете базу данных. Слышали же эту историю, когда этот программист пришел, и в первый рабочий день ему дали доступ на продакшн, он перепутал продакшн базу с девовской базой, положил продакшн в первый рабочий день. Да, уволил, он спрашивал, справедливо это или нет. Вот. Вот поэтому аккуратнее, если у вас есть доступ на продакшн с Монгой, учтите, что такое может быть, да? Давайте отобьем пару таких и сделаем по-человечески. Давайте сначала этого товарища спасем. DB, Unicorns, Unicorns я сказал, update, WGHT 590. Теперь вот так это правильно делать. Set name. Блин, копипаст, иначе я столько букв не наберу. Доп. View date 1979, я сказал, 7-18-18-44. Loves. Все так же яблоки, Apple, гендер, M, Vampires, 99. Не нравится, давайте искать. Двоеточие. Где двоеточие нет? После ID вообще не вижу. Может, после set. Да, set, конечно же, set. Давайте этого товарища опять найдем, вот видите. Видите?
Обратите внимание, вес мы сейчас не задавали, да, у этого друга. В сете веса не было. При этом вес у него остался. Вот давайте теперь исправим предыдущий наш запрос плохой. Еще раз делается это так. Set, двоеточие, weight, вот так. Вот. Ничем теперь все нормально, ничего не удалилось. Короче, запомнили, с апдейтом аккуратнее, интуиция подведет. Как вы думаете, спасло, если бы вы такой запрос написали, ваша компания была бы разорена, и можно было продавать свою квартиру и идти жить на улицу? Нет, 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 нет. Ну, возможно, по X-логам это прокатит, сделать как-то, наверняка это можно, то есть там же журнал транзакции ведется, наверняка, возможно, как-то и можно сделать. Ну, давайте представим, что транзакции не журналируются, да? Все плохо. Она сразу может изменить в... А как у нас, кстати, там мастер-слейв или мастер-мастер-слейв? Нет, там мастер-слейв, но там чуть хитрее все сделано. Ты не знаешь, кто у тебя мастер, кто слейв. Там реплик-сет. Помните, я говорил, что в общем случае есть мастер-мастер, мастер-слейв, но бывают какие-то комбинации. Вот сейчас покажу. Здесь не совсем мастер-слейв репликация, это называется replication set. Есть и мастер-слейв классический, но, короче, не всегда так. Она сразу это не... с апдейтом запишет обновление? Нет, ну она, естественно, асинхронная будет, скорее всего. Ну, то есть она синхронная, да. Вот, но когда она доедет, ты не знаешь, ты же надеешься на то, что репликация у тебя быстрая достаточно. Вот. Короче, еще раз, давайте вопрос сформулирую. Как вы думаете, вы убьете все данные? А копии нету, что ли, поставили? Нет, ну как, ну, там журнал транзакций ведется формально, его можно откатить. Вот, ну, еще раз, вот сколько-то, давайте так, вот, на примере, вы вопрос не поняли мой. Select. Блин, select, почему select? Find. Name. Смотрите, у нас два пилота, да, специально копиями. Давайте напишем вот такой вот запросик. DB unicorns update name. Ну, да, я это хотел сказать. Ну, не так все просто. Есть такая штука ink. Сейчас сначала это расскажу, потом про пользу ink особенную. Вроде так, да? Смотрите, обратите внимание, nmodified 1. То есть мы только первого модифицировали. Как с этим жить дальше? Давайте сделаем вот так. Absert multi. Вот параметр multi должен, очевидно, стать true. Давайте еще раз. Извлечем всех этих товарищей. И сделаем еще раз ink минус 2, false, true. Вот теперь nmodified 2, видите? Вот теперь мы всех модифицировали, поэтому в прошлый раз мы убили бы всего одну строчку, а не все. То есть это бы нас спасло. Еще раз false, true, что? Первый параметр, он false по default, вот этот false. Мы его оставляем по дефолту, это абсурд параметр, а true это применять к, не к первому найденному, а ко всем. Еще раз, а false про что? False это абсурд, еще не смотрели. Yeah. Пока просто какой-то параметр. Ну, есть, то она, скажем так, она не так давно появилась, update menu. Вот ее не было еще во времена, когда я эту про себе писал, тогда его еще не было.
Mongo достаточно шустро развивается, может там когда-нибудь транзакции появятся. Вдруг, кто не в курсе, в MySQL до сих пор в интернете, если будет читать старые статьи, будет написано, что транзакций там нет, хотя они уже там тысячу лет как есть. Вот поэтому тоже здесь надо смотреть на актуальность того, что я говорю. Так. Ну, давайте про абсерт посмотрим. А, да, давайте я про инк вам немножко расскажу. Помните, я говорил, что транзакций нет в Монге, поэтому опасная штука. Вот инк — это атомарная операция. Вам не придется сначала селектить, потом находить новое значение в своем бэкэнде или, там, или в JavaScript-коде, не суть. Вот, а потом апдейтить. Вот инк он атомарен. То есть, если в момент, когда инк проходило, там было 55, а вы делаете инк 2, то будет гарантированно 57, вы не потеряете какие-то обновления. Вот это надо учитывать. Еще раз, есть атомарность у инка. Все поняли, почему это важно? Вот завтра будем смотреть Tarantul за счет того, что он однопоточный. Там таких вопросов не возникает, атомарно, не атомарно, вот там все проще с этим. Там единственное, что нужно знать, моменты, когда есть контекст свитчи, передача управления, там все работает на кооперативной многозадачности. Здесь запомните, инк атомарен, вот это важно, это удобно знать. DB, Unicorns, Page. Теперь мы ставим этот параметр абсерт наш в true, да? Так, и как всегда ошибка. Где? Где ошибка? Блин. Конечно. Update. Видите, есть nabserted nmodified 0, а nabserted 1. Unicorns. Вот есть вот такой товарищ. Смотрите, его не было. И мы за счет абсерта получили единицу. То есть абсерт это, грубо говоря, insert, если нет, и обнови, если есть. Идею поняли, да? То есть вот если мы еще раз выполним, то уже будет unmodified. И вот этот hits 2. Теперь давайте сделаем вот так вот. Page Unicorns ssss. И уберем вот этот true. Но очевидно, что будут везде по нулям nmatched, nabserted, nmodified. Сортируем по весу. Сортируем по весу как? В обратном порядке. Вот видите, здесь вообще веса нет, да? Каких-то... Здесь 984, 733, 704. В конце тех, которые вообще без этого поля, да? Да. Можно сделать единицу, это сортировка в обратном порядке. Это, а можно по нескольким полям сортировка? Да, конечно, рассмотрим, как с индексами работает позднее, предвижу уже вопросы. Вот, посмотрим. Все посмотрим. Сортировка работает вот так. Можно сделать лимит. Три. Так, сорт. Давайте вот так. Лимит. Три. Можно сделать еще вот так. Как skip один. То есть пропускаем одного, ну как. В SQL это было лимит 1,3, да? То есть offset лимит задали. Вот, есть вот такая вот возможность. Так, давайте это про RunFrog вспомним нашу еще одну возможность покажу. DB, Unicorns, Find, Name,
Давайте покажу, как селектить сначала только то, что нас интересует. Ставим еще один параметр у файнда. Говорим name 1. Получается вот так вот. Только name и object ID выводится. Обратите внимание, ID, зараза, всегда выводится. Можем наоборот, ну, во-первых, можно сразу несколько задать. И gender 1. Вот, вот так это работает, да? Можно сказать, выведи все, кроме пола и имени. И будет... Sorry, 0, 0. Вот так это пишется, да. Все будет выводиться, кроме имени и пола. Но ID опять выводится, видим, да? Это как аналог false. Это, да, не возвращать просто. Ну, вот так, очевидно, делать нельзя, да? Ну, потому что 0, 1, как это вообще ему читать, как это интерпретировать? Вот эта ошибка очевидна, да? Почему происходит? Как думаете, бывают ли случаи, вот вы сейчас что-то увидели на слайдах, бывают ли случаи, когда вот в этом втором параметре у каких-то параметров будет 0, у каких-то 1? Нужно ли нам такое? Бывает ли такое, что будет 0 и 1, и ошибки вот этой не будет? 0 и 1 – это количество… Нет, 0 и 1 – это выводить, не выводить. Это как если вот без второго параметра, это в терминах SQL select звездочка. А мы перечисляем конкретные поля, что нужно. Если ID поставить один, то не будет ошибки. Если ID поставить один, нет, вопрос не в этом. Это, короче, смысла не имеет, но может иметь вот такой смысл. Смотрите. Хотим гендер и name, да? А получаем еще один. И вот ID имеет смысл в таком случае. Задать нулевым, и тогда это будет работать без ошибки. То есть убираем надоевший нам вот этот вот ID. Вот, вот так это работает. Понятно, да? А почему так делают? Только на ID ставить, но случайно. Потому что иначе какой-то смысл имеет. Это давай я тебе на русский язык переведу, вот что такой запрос означает. Верни мне все поля, у которых name не ноль. И, точнее, нет, не так. Верни мне все авроры, да? И у них верни только все поля, кроме name и gender, и верни единицу. Только единицу верни. Ну, то есть это как не прочитаешь, да? Оно бессмысленно. Ну, хорошо. ID просто всегда по дефолту. А ID по дефолту всегда возвращается. Получается нули. А еще там есть какие-нибудь дефолтные поля? Нет, только ID, дефолтное поле. То есть ID всегда возвращается, да? Вот это нужно запомнить. Так, про абсерты я вам показал. А, да, я вспомнил, зачем я именно аврору эту несчастную селектил. Еще раз вернули Аврору, вот она что любит. Теперь сделаем на Аврору апдейт. На первую Аврору, наверное. Апдейт Аврора. Push. Loves. Она еще любит сахар у нас, да? Делаем так. И видите, появилось еще в массиве. Не понял. Где? А вот. Любит сахар. Первая Аврора. Так. Вот видите, несколько раз сахар прям запушили. Специально сделал так. Почему этого не появляется? Кто помнит? Почему здесь сахар вот эта Аврора не любит? Для всех. Да. Потому что, да, не ставили четвертый параметр в true. Еще раз, вот этот вот sugar – это атомарная операция. Что удобно. Давайте индексов создадим пару штук.
DB, Unicorns, Ensure, Index. Name 1. Почему он сразу их не ставит? В этой монге что-то по-другому, видимо, стало, не суть. Еще раз, обратите внимание, единица вот здесь указана. Как думаете, кроме единицы что-то может быть? Нет, нуля здесь не может быть, здесь может быть минус единица еще. Это в какой сортировке, как сортировать будем индекс, по возрастанию или по убыванию? Вот конкретно для этого индекса, конкретно для этого, имеет это какой-то смысл? Один или минус один? Никакого смысла это не имеет. Ну, еще вопрос. А принципиально, что у нас 1 минус 1 должен быть положительный или отрицательный? Не знаю, это опять же из разряда деталей. Всегда можно проверить, загуглить. Такую информацию предпочитаю не запоминать. Суть следующая. Здесь важно понять следующее. Для индекса с одним элементом, без разницы, в общем-то, будет 1 или минус 1. Это играет роль для составных индексов. Как думаете, зачем? Вспоминаем лекцию по индексам для MySQL. Помните, какое у нас ограничение было на order by? Сортировка должна была быть однонаправленная. Вот в Монге через по возрастанию, по убыванию решается проблема. Давайте сделаем вот такой вот индекс. Кстати, можно сделать уникальный индекс. Не знаю, интересно вам это как делать? Я думаю, вы всегда загуглите, просто знаете, что уникальный индекс возможен, да? Vampires минус 1. Вот, создали еще индекс. Unicorns find. Давайте explain сделаем. Смотрите, вот какой план мы выбрали. Вот, вот, вот по таким ключу оно пойдет. Вот видно, что вот rejected plan. Вот был еще вот такой вот индекс, да, у нас. Мы по нему не пошли, мы взяли более простой индекс. Соответственно, о чем нам это говорит? Мы теперь селектим по индексу. Теперь у нас есть индекс name и vampires. Давайте сделаем вот так. DB unicorns select. Ой, блин, почему select? Я все время пишу. Find sort name 1. И что у нас там еще в индексе? Vampires видите, разнонаправленную сортировку делаем, да? Сначала по имени, потом по vampires. Что ему не нравится опять? Двоеточие нет. Во. Давайте найдем вот Аврора. Сначала vampires 43 идет, потом без vampires, да? Как думаете, индекс использовался? Должен был. Давайте проверим. И какой самое главное? Вот, winning plan, key pattern. Ага. Еще раз, name 1, vampires минус 1. Давайте сделаем вот такой вариант. Как думаете, будет работать?
Ну, а для name подразумевается? Ну, мы в обратном порядке сортируем. Будет ли использоваться для сортировки тот сложный составной индекс? А он может его обратно перестроить? Я думаю, перестроить. Ну, как думаете? Давайте погадаем. Смотрим, winning plan. А там просто direction backward поменял. Да. Все верно. А вот такой вариант прокатит в одном порядке сортировать? Нет. Ну давайте проверять. Сорт. Сорт паттерн. Видите, все. Индекс у нас нет. Плохо. Почему он по ней? Сортировка пойдет. Помните, файл сорт смотрели? Полная сортировка. Он сначала все извлечет тому, что ему подходит, а потом уже будет сортировать. Без индексов. У него нет индекса для сортировки. То есть, если выборка там по двум трем, а индекс только по одному полю, то нет смысла, короче. Короче, поняли, зачем нужны разнонаправленные индексы, да? То есть, если будет 1 минус 1, вы можете сортировать в обратных порядках. Не обязательно в том же порядке, в котором индекс, можно в обратных порядках. Но главное, что должны быть разнонаправленные сортировки. То есть, в плане сортировки здесь все чуть гибче, чем в мускуле, да? Заодно еще раз вспомнили особенности индексов в мускуле. Вот в мускуле они всегда должны быть либо в возрастающем порядке все поля, либо в убывающем все поля, иначе индекс не будет у нас, да? Вот здесь все гибче, можно разные индексы построить. Так, давайте покажу вам все-таки, как уникальный индекс строится. Вот заодно, кстати, показал, как explain работает. Explain. Зачем explain? Не нужен нам explain. Можно удалить вот индекс вот так. Drop index. Name 1. Да. Давайте вот так сделаем. Юникуе. Сработает? В общем, drop index, естественно, сработает. Прошу прощения, ребят. Сработает, нет? Ну, почему нет? А подумайте. Know your data, ребят. Так он, у нас же есть такая... Авроры 2 есть, конечно. Ну ладно, тоже получали, не суть. Короче, вот по этой причине, конечно же, не создастся. Там, я не знаю. Vampires тоже у нас есть, блин, дубликаты. У нас есть какие-нибудь без дубликатов? Нет. Вот так сделаем по неизвестному ключу. А индекс построим. Если мы сначала построим индекс, так опять будем добавить. Блин, они у нас нулы бывают. А что будет, если мы сначала добавим индекс? Он не даст создать просто такой. Он будет ругаться, говорить, что так, авроры уже есть. Вот, ну здесь как бы все очевидно. Ну, как более-менее понятно по синтаксису, как работать с Монгой. А если вот сравнивать с MySQL, здесь вон любое добавление записи при наличии индекса, вот так же обновление работает? Конечно, магии не происходит. Ребят, индекс все равно надо обновлять. То есть здесь что-то сложно придумать бесплатных... Нет, это понятно. Просто, возможно, именно в Монге... за особенности архитектуры, там это, ну, работает все-таки настолько медленно. Нет, настолько, не настолько, но оно всегда будет замедляться. То есть это уже надо бенчмаркать, это надо оценивать, да? Вот, я здесь не скажу, потому что они все-таки по-разному используются там. В общем, говорят, что Mongo на одном узле работает помедленнее, чем MySQL, зато лучше там с распределенным, с кластерным вариантом происходит. Вот, ну, как бы их все равно сложно сравнивать, потому что
MySQL под свои задачи, Mongo под свои, как бы они же не разные архитектуры приложения, а как бы когда разные архитектуры приложения их использующих, сложно оценивать, как они на одном узле работают, да? Ну, складывается впечатление, что Mongo надо использовать, когда мы уверены, что у нас join почти не будет. Нет, естественно, с join'ами там все сложно, хотя существует MapReduce в Mongo, вот, и он как-то помогает решать отсутствие join'ов. Вот. Ну, MapReduce мы сегодня рассматривать не будем, это уже из разряда хардкора. Вот это одна отдельная лекция нужна. Я им баловался, он вроде даже с Hadoop'ом как-то интегрируется. Но не суть. Давайте не будем на этом останавливаться. Еще раз, с джойнами из-за наличия шардирований джойнов здесь нет. Вот, поэтому есть MapReduce, который, возможно, вам поможет для ваших задач. Давайте покажу вам с профайл-левелом. У меня тут, опять же, к сожалению, немножко версия отличается от той, для которой я шпаргалку эту делал. Проверим, работает, не работает. По идее, должно. UseLearn. DB. Есть такая штука set profiling level. Set profiling level 2 включаем. Это логируем все запросы, которые идут дольше одной секунды. Делаем вот так. Блин, зачем explain? Explain убираем. DB system profile. Вот видите, все запросы прям логируются, да? Причем не просто запросы логируются, со своими эксплейнами логируются. То есть, помните, я говорил, в мускуле есть slow-log. Вот это местный slow-log. Только как я делал со вторым уровнем, его не надо включать, иначе у вас все тормозить будет и, короче, плохо будет, не надо так делать. Есть set profiling level 1, а дальше вы задаете, сколько миллисекунд запрос считается долгим. То есть, если он выполнялся дольше этого времени, мы его логируем. Если быстрее, то не логируем. Зачем это нужно? Ну, отлавливать запросы, которые у вас не по индексам идут. Да? Вот. Давайте отключим профилировку. И немножко вам порассказываю о том, во-первых, какие индексы есть, кратко расскажу. Сергей, а у тебя что-нибудь по геоиндексам есть на практике? Геоиндексов нет. Тогда расскажу так, кратко. Как я первый раз столкнулся с Mongo? Мы с нынешним руководителем Бипкара Денисом Исаевым, нам предложили там попилить стартапчик, который потом не взлетел, конечно же. Вот. Но смысл был следующий. Там были геоданные, вот, и для геоданных хорошо работает Mongo. Вот Mongo умеет находить точки, которые лежат рядом с какой-то другой точкой. Тарантул тогда это еще не умел делать. Вот поэтому мы остановились на Mongo. Почему Тарантул? Не потому что там мы фанатики, а потому что, ну, мы с этой базой данных работаем, и нам она нравится. Вот. А Mongo нам изучать на тот момент приходилось. Вот. Единственное, что я вот этим всем не занимался, тогда в консоли я с Mongo так и не поработал. Я ее запустил и работал с ней через ORM. Вот, через джанковский ORM. Причем там патчить пришлось, было муторно и геморно все это дело, но вроде разобрались. Окей. То есть, а? Опять по той же причине не хотели жесткую схему. Заказчики не знали, что они хотят. Вот, поэтому было непонятно, что будем хранить, и ровно по этой причине взяли Mongo. Вот ту и... Ремджи-джан не сама по себе предполагает жесткую схему. Ну да, но тем не менее там проще было какие-то вопросы решать, если там какие-то старые данные остались, их отмигрировать, вот это вот все. А, миграция получается. Конечно. Вот. Ну и плюс она там как-то позволяла, по-моему, гибко делать. Дело давно было, уже не вспомню за давностью лет, 3 года, что ли, точно уже прошло с тех пор. Вот, короче, геоиндексы здесь есть, это надо знать, это можно использовать. Вот. То есть, с точки зрения работы с координатами, просто знать, возможно, вам пригодится Mongo. Что-то поискать. Вот, работало достаточно неплохо. Я что-то достаточно быстро разобрался. Единственная там проблема у меня была, я долго не мог сообразить, как это сделать через ORM. В итоге я, по-моему, вручную вылазил в консолях, настраивал, было не так сложно, как через ORM делать. К тому моменту там, я не знаю, возможно, это сейчас уже работает, но тогда последняя версия Django не работала с Mongo, там патчи для ORM-ки не работали, приходилось старую версию использовать, как-то сложно было.
Вы победили это в итоге в консоли. Так. А, да. Теперь немножко расскажу про Replix. Давайте откроем. У меня тут статейки на Хабре есть, по которым я освежил память. Смотрите, вот так вот выглядит стандартная Mongo у нас, да? Вот оно. Короче, есть приложение, есть некий коннектор к Mongo. MongoD — это демон самой Mongo, ну, то, что база данных. И она хранит данные некими чанками, ну, что-то типа, считаем, страничек. Можем пошардироваться. У нас в таком случае есть приложение. Есть еще один демон, называемый Mongoose. Ну, MongoS называется, я его Mongoose зову. В этом плане Mongo очень-очень хороша. Вы все селекты делаете через этот Mongoose, а Mongoose уже сам роутит и находит вам нужные данные, где они там лежат. Да? Вот это удобно, то есть вам не приходится в приложение выносить логику работы с шардами. Это реально благо, это сильно спасает. Для этого разворачивается одна реплик-сет для называемый конфиг, это то, грубо говоря, где будет лежать информация, где что находится. При этом у Mongoose есть свой кэш, чтобы не делать лишние запросы. И есть несколько шардов. Да? Вы просто сдаете шарды, Сергей, я думаю, вам это покажет. Вот, а Mongoose сам там будет заниматься балансингом всего этого счастья. Короче, когда добавите новый шард, Mongo сама все это расшардит, перешардирует. Вот помните, я вам показывал, как это, весь этот геморрой происходит с шардингом там, того же Тарантула. Вроде как в Тарантуле тоже хотят какой-то инструмент сделать. Вот, но пока еще вроде его не сделали. Может, там скоро тоже все это будет просто, но пока вот приходится вот с этим вот геморроем, который я вам вчера показывал, на доске рисовал, жить. Вот, Mongo в этом плане прекрасно. Вот, единственное, что могу по опыту сказать, у нас была софтина, не буду рассказывать, для чего она служит, но, короче, была софтина. Вот, в ней мы тоже сделали автоматический решардинг. Вот, написали мы его криво, и когда нам понадобилось добавить новый шард, короче, мы отгребли очень много проблем, выпиливали этот авторешардинг, делали решардинг вручную, вот, дописывали код, короче, отгребли мы на этом знатно. Потому что никто толком еще не знал, как он работает, потому что разрабатывал один человек, потом он ушел в другую команду, эта разработка попала на другого лида, а он туда ни разу не лазил даже, потому что ему не надо было, а в итоге он тоже ушел в другой проект. Вот, и это дело попало на меня. Вот, и мы столкнулись с тем, что просто не у кого было особо знания получить. Ну, вот, была такая проблема. В общем, авторешардинг, не в тех, короче, помните этот дзен питона, да? Явное лучше, чем неявное. Вот, ну, в Mongo, насколько я знаю, все это неплохо работает. Достаточно. Вот, короче, ходим через Mongoose в нужные MongoDB шарды. Вот. Есть еще реплик-сет. Что такое реплик-сет? В общем, представляете, у вас есть набор реплик, и они сами договариваются, кто из них мастер. Допустим, у нас в реплик-сете всегда должно быть условно нечетное число участников, да? Либо там веса, по-моему, сейчас задавать можно какие-то, но смысл в чем? У нас всегда должен быть кворум. Допустим, есть в одном дата-центре 10 реплик Mongo, в другом дата-центре 7. Они разделились, у этого 7, у этого 10 дата-центра. Эти понимают, что их 7 штук, и они не будут выбирать мастера, потому что у них нет кворума. Ну, кворум — это достаточное число для голосования, да? Вот, а у 10 реплик есть, и они договариваются между собой. Ага, давайте проголосуем, кто из нас будет новым мастером, и они как-то выбирают нового мастера. Вот, вот в этом суть реплик-сета. По сути, вот, ничего там. Когда рендеры в сети, они выбирают двух мастеров, а потом когда... Нет, они не выберут двух мастеров, еще раз. Есть кворум. Эти понимают, что их 7, а у них пропало 10 узлов. То есть больше узлов пропало, чем у них есть доступных. У них нет кворума. И они вообще говорят, все, мы недоступны. То есть они отличаются? Нет, но они остаются слоевами, насколько я помню. Просто статейка на Хабре была, то, что там типа есть разные режимы безопасности в этой Mongo, и...
Иногда они вроде идет. Ну, там два мастера возникает, и когда они сливаются, данные теряются. Ну, с одного мастера. У тебя потери, по-моему, какие-то могут быть на это время. Что-то там такое было, но, по-моему, они не становятся доступными. Там у них мастер выбора не происходит, потому что кворума нет. Вот там, по-моему, такая фишка. Может, я не прав. Сейчас Сергей меня поправит тогда. Опять же, на практике с этим дело не имел, это то, что я читал. Вот, и вообще бы это было логично, у нас же все-таки не мастер-мастер репликация, а то какая-то мастер-мастер репликация уже получается. Вот, на самом деле как раз все, давайте перейдем к лабораторке. Итак, сегодня у нас будет Mongo. Mongo в связке с Node.js. Кто когда-нибудь пробовал работать с Mongo, с Node? Есть такие? Полчаса назад, отлично. Ну, в связке или по отдельности? По отдельности. И тем, и с тем, да? Отлично. А кто ни разу ни одно, ни другое не пробовал? Ну, значит, сейчас попробуем. Итак, у нас есть архивчик, который вы все, надеюсь, скачали. Его нужно распаковать. Как распаковывать, знаете? Ну, через тар там вот. Видимо, нет. Ладно. Давайте сейчас покажу. Так. Да. Да, сейчас сделаю. Вот. Вот командочка. Еще крупнее, да, экран сделать? Можете демонстрацию? Что? Просто там вправо три кнопочки, а потом показать экран. Hangouts. Вот так, вот он, Hangouts. И? Там справа три кнопки. Справа. Так вроде нажимали. Показать экран. Поделиться. Так. Ваш экран виден всем участникам. Получилось? Да. Хорошо, спасибо. Итак, вот мы видим такую командочку, которую нужно выполнить с вашим архивом, и он у вас распакуется. Давайте я вместе с вами это сделаю. App. Ну вот оно у меня уже распаковано. И нужно перейти в папочку app и сделать npm start. Ну, все просто. NPM start. Он должен вам сказать то, что не может приконектиться к Mongo. Если у вас она, конечно, не стоит. NPM start. Сейчас еще раз покажу. NPM start. Так. Вот. У тебя connected? Тогда у всех, у кого получилось присоединиться, нужно Mongo убить, остановить. Потому что мы будем ее запускать в докере на том же порту, на стандартном. И поэтому надо, чтобы они не конфликтовали. Как ее остановить? Скорее всего, у вас какая операционная система? Ubuntu? Да. Скорее всего, сервис MongoDB Stop. Я думаю, так должно помочь. MongoD, да. MongoD стоп. Спасибо. А NPM не понял. NPM not found, тогда нужно установить ноду. Да, Node.js нужно поставить. У кого NPM not found? У кого получилось? NPM start и увидели, что он не может приконектиться. Так, еще кто-нибудь? Так, у вас хорошо. А у кого не получается? Получается. Чем помочь? NPM старт. Старая версия ноды достаточно будет обновить? Ну, наверное, да. А если connect, просто убить? Да, убейте MongoD. Потому что его не должно быть, иначе у нас будут проблемы с портами. Ну, можете временно там остановить, потом запустить, если нужно будет. NPM not found, да? Нужно поставить ноду. Node.js. Да. Ну,
Итак, а у кого получилось теперь? Таких больше нет? Ну, NPM себе поставить, ноду поставить и попробовать сделать NPM старт, чтобы он хотя бы что-то запустил. Так, есть еще такие? Ну, подождем тогда немного. Он не умер, он просто сказал, что... Он не умер, он сказал, что не может приконектиться к нужному порту, потому что, собственно, Монги нет. И потом его убили. Может, короче, просто... Да. Потом я его убил через Ctrl-C. Так. Набери нод. Он тебе скажет, типа, нод. Типа, не инстал. А это нормально? Да, мы еще не подняли саму Монго. Как только все поставят ноду, мы поднимем Монго и попробуем что-нибудь сделать. Итак. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого получилось. Ну, я смотрю, большинство, да? Давайте тогда перейдем, собственно, к части с Монгой. У нас сегодня будет три варианта ее запуска. Собственно, Иван вам показывал. Без репликации, потом с репликацией и третий вариант с шардированием. Собственно, первый вариант — это файлик docker-compose1.yaml. Давайте я его открою. Ну, здесь все просто. Здесь у нас один сервис, который называется DB. Все смотрят, да? Один, Docker Compose YAML 1. Первый самый. Собственно, один сервис Mongo, у него image Mongo. Он стартует команду MongoD, и у него есть один volume. И он проксирует порт 27.0.17 наружу. Ничего сложного. То есть самый простой запуск Монги. Как вы, возможно, делали раньше просто MongoD. Чтобы его запустить, нужно выполнить команду docker compose минус f. И это имя файла. И up. Вот, пожалуйста, он у нас поднимает, конечно, portal ready allocated. Секунду, я убью старый инстанс на Монги. RM. А можно чуть-чуть наверх подлистать? Да, сейчас я верну. Подождите секунду, я у себя поубиваю Монгу. После npm start нужно, он должен сказать, что порт никто не слушает. Так, давайте на какую часть вернуть? Docker compose, да, docker compose минус f, имя файла и команду up. Собственно, так, вот в этот раз получилось. Ну, потому что, собственно, порт свободный. И он пишет то, что ожидает соединение на порту 27.0.17. Так. Ну, собственно, вот. Но это ладно, попозже. А у кого получилось это все сделать? У кого не получилось, чем помочь? Что? Да, конечно. Сейчас он остановится. Вот docker compose минус f docker compose 1.yaml up. Так, у кого не получилось, в чем возникли трудности? Чем я могу помочь? Что он пишет? Итак, у вас получилось, я так понимаю, да? Если вопросов нет.
Так, давайте я тоже еще раз запущу его. И... А можете спросить, он пишет команду invalid charity свой local name? Local name, скорее всего, это старая какая-то очень версия докера. А какая версия докера у вас? Возможно, нужно поставить более полную версию докера с дополнениями, там, с драйверами. А, знаете, чем можно попробовать исправить? Нужно секцию volumes убрать полностью в Docker Compose файле и убрать volumes во всех, везде, где она присутствует, полностью секции. И тогда он запустится, просто будет проблема с тем, что после уничтожения контейнера данные все потеряются. А если volume делать, то они не теряются. А, собственно, все стартовали, ну или большинство из вас, Docker Compose. А, таким образом, мы смогли стартануть нашу Mongo. Теперь, если мы перейдем в папочку app, так, секунду, app, и сделаем npm start. Здесь вы можете увидеть, на моем экране я еще добавил переменное окружение MongoDatabase, чтобы он использовал не дефолтную базу admin, а базу db1. Но это, в принципе, на данном этапе не обязательно. Можно просто npm start делать. Когда запустили Docker Compose, он запустился и написал, что вот сейчас waiting for connections. Самая нижняя строчка. Да, можно делать npm start. Итак, делаем npm start. И он пишет, что connected to MongoDB. Так, у вас получается, нет? Какие проблемы возникают? Я могу помочь? Давайте как перед этим просто посмотрим. Понимаете, просто смотреть, оно хуже откладывается в голове, чем когда вы это все руками проделываете и смотрите, как оно работает. Поэтому мы с вами постараемся вместе поработать. Итак. Возникли ли у кого-то проблемы непреодолимые? Докер запускается. Хорошо. Он там должен скачать образ Монги, поэтому, видимо, не так быстро делается. Так, у вас получилось? А какие у вас? Какая-нибудь команда Docker Compose. Другая ошибка. Короче, надо Docker поправить. Ну, возможно, обновить Docker поможет. Попробуйте. Итак, после того, как мы смогли запустить нашу ноду, которая приконнектилась к Mongo, мы можем открыть браузер. Сейчас я увеличу. На 3000 порту, да, стандартный. Да, секунду, у меня тут. Оп, 3000 порт, и он показывает то, что, ну, вот то, что вы видите у нас, у меня на экране, вы должны увидеть у себя в браузере localhost 3000. В общем, наша API-шка, она может несколько вещей. Она может показать пользователей, она может добавить нового пользователя, она может добавить сообщение пользователю и может найти пользователя по имени. Это все. Давайте те, у кого получилось, попробуем добавить пользователя. New user. Пишем username, там user 111. Submit. Все, готово. Пользователь создан. New user, да. Можно добавить еще одного, user 222. Submit. И опять получим то, что все готово. Чтобы проверить, что выполнилось, можно нажать see users. И вот, пожалуйста, два юзера. Дальше можно добавить сообщение. И мы увидим... Да. Юзер. Да, что ж такое? Юзер 111. Я слишком много единиц поставил. Да, спасибо.
Ну, как видим, то, что он умеет проверять существование пользователя, и вот показал message was created successfully. Можно еще раз посмотреть C-users, и он покажет то, что у юзера 1 есть message 1. А можно вопрос, а где вообще эти модели или что-то за что отвечается? Эти модели лежат в той папочке app, которую мы скачали, которая в архиве. Но мы сейчас посмотрим. Ох, хорошо. Это сложно. Да, давай. Это будет здорово. Итак, продолжим. Можно продолжить? Да. Получается, у нас эти сообщения будут храниться в MongoDB? А, да, они уже хранятся в MongoDB. А это хорошая практика хранить сообщения в базе данных? А в чем проблема? Где еще их хранить? Спасибо. Не знаю, может, делите файлы на отдельный каждый диалог? Файлы каждый диалог? А зачем? Как вы будете искать по диалогам? Вот вы были на всех занятиях? Да. Хорошо. И чем отличается база данных от просто файлов? Ну, потому что можно делать файлы. Можно проиндексировать, но там же да. Полный текст индексации. Так. Не зайдет. В смысле, где в базе полный текст или вы в файлы хотите полный текст индексировать? Так. В базе, да. Поиск, например, у вас диалог между двумя людьми. Нужно найти сообщение именно между ними. Соответственно, без индексов это будет практически невозможно. Все. Так, киньте для Docker Compose. Это я писал все, там без того. Хорошо. Что? Node.js и Mongo. Так, и последнее действие, которое мы еще не посмотрели, это поиск пользователя по имени. Get user, и вот, пожалуйста, он выдает нам одного пользователя. Get user? Ну, нажмите индекс. У индекса там самый внизу и get user, да. Собственно, такая вот несложная API. Теперь посмотрим, что же находится у нас в базе. Для этого нам нужно выполнить команду вот эту верхнюю mongo минус-минус port 27.0.1.7. Что такое 2.7.0.1? Это порт. Стандартный порт, на котором поднимается Mongo. Ну, в данном случае его можно не указывать, но вот нам нужна только верхняя команда. Так, давайте отделю. Вот только верхняя. Ну, можно сделать Docker exec, зайти в Docker, оттуда зайти в локальную базу данных. Она тоже будет работать. Так. У кого-нибудь получилось открыть консоль Mongo? Так, давайте я вместе с вами это проделаю тогда. И вы увидите, что должно получиться. Так, вот мы в Mongo. Show DBS. Так, не получилось, а ты что пишет? Так, а вы точно запустили просто Mongo минус-минус порт? Клиент, может, они клиент Mongo не установили? Но он бы написал что-то другое, что Mongo not found. Итак, после того, как мы зашли в консоль базы данных, там пробел. Так, Иван, ваш телефон заблокировался, поэтому он мне вряд ли поможет теперь. Мы можем написать use db1, чтобы выбрать базу данных, и db users find, чтобы показать всех пользователей, которые добавлены. И вот мы увидим, что хранится в нашей базе. Ну, use db1 и db.users.find. Это нам выдаст просто всех пользователей, которые есть у нас в базе. db1 прописан, да, в проекте на ноде? db, у вас нужно, если вы не писали
Env в начале перед запуском ноды, то нужно admin писать. Use admin. Он туда кладет. Да, это, наверное, многих касается сейчас. Admin. Use admin. И дальше db users find. Так, все у всех получилось, да? Супер. Ну, собственно, вы только что подняли свой первый API с помощью Node.js, которая ходит в Mongo и хранит в ней данные. Так, у кого возникли трудности, кому нужна помощь? Да, чем? Так, вот, ну, Иван вызвался помочь. Трехтысячный порт занят. Попробовать нужно другой. У меня в DB1 ничего нет. На Env я писал. А Env вы писали. Но в DB1 ничего нет. Админ. Ну, если Env человек писал, а в базе данных админ. А вот попробуй сделать show DBS. Так, и что вы видите? DB1, админ, так, окей. А вы добавляли через API-шку пользователей? Да, я понял, в чем проблема. А в чем проблема, расскажите? А я DB1 в кавычки взял, он у меня там в кавычках и записал. А, понятно. А, итак, все вот проделали. Так, на чем вы остановились? Mongo. Ну, можно просто Mongo. Дальше минус-минус порт, дальше можно указать. Но он дефолтный пока что. Итак, все у всех получилось, да. В телегу, ну хорошо, откидайте. Так. Да. Ну, я не знаю, как-нибудь попробуйте обойти. Так, да. Блоки на Mongo нет. А, попробуйте, если... Смотрите, чтобы появилась база DB1, сейчас, нужно было бы указать env mongo database и имя базы. Если вы этого не сделали, то он будет по дефолту писать в базу админ. Ну, можно просто посмотреть базу админ, ничего страшного. То есть use admin и все. А ты ее сделал? Use admin. Да, и теперь find делайте. Так. Телеграм, но у меня, к сожалению, не особо есть телеграм сейчас. Ох, ребята, у вас есть зарядка для, ну, обычной microUSB? Может быть, есть провод? Да, было бы здорово. И тогда я смогу... Да, сейчас я в телеграм зайду и посмотрю. Так, те, у кого получилось, могут открыть браузер, посмотреть, какие запросы уходят. Все умеют открывать консоль. Да, у меня есть этот USB. Спасибо. И пока я помогаю остальным, можно попробовать через Gmeter сделать небольшой нагрузочный тестик того, что у нас получилось. Нет, из Mongo выходить не надо. Ну, не обязательно. Просто запустите Gmeter и попробуйте поделать запросы. Ну да. Но мы, пока я помогаю тем, у кого не получается, мы запускаем нагрузочный тест этого всего дела. Да, шнурт работает, телефон не работает. Ну, я справлюсь, спасибо. Так. Просто он что-то топил в последнее время. О, отлично. Итак, у вас проблема с базой?
Там админ нужно, если... Да, но он другой админ. А почему еще один? А посмотрите ДБС, шоу ДБС. Он покажет вам все базы данных, которые есть. Все базы данных, которые есть. Ну, вот там в нем один всего. Юзер. Посмотрите, итак, у кого все получается и кто идет дальше к нагрузочным тестам? Ну, вы уже знаете, как им пользоваться. В принципе, я думаю, сможете сами сделать несколько запросов. Да, уже как бы. Да, это не вариант. Ладно. А я пока помогу ребятам в Телеграме. Так, апстарт. Да, отлично. Итак, у кого-нибудь получилось с помощью Джиметра сделать несколько запросов хотя бы? Супер. А только на чтение или пишущие тоже? Давайте пробовать. Порт 3000, да. Так, давайте, чтобы вам упростить этот процесс, я прям покажу пишущий запрос. AddMess. Да, конечно. Прям старт. Ну, так, а данные сейчас хранятся в стойке? Это код решает записать. Юзернейм. Нельзя, да? Одна вот с одним и тем же именем, да? С одним и тем же именем нельзя, но сообщений можно много создавать. Леша, а у тебя так планировал, что он все подпишет? Там можно настроить через переменное окружение, я показывал. Но на данном этапе это не обязательно. Дальше мы это сделаем. То есть пока у нас первое знакомство с Mongo, и пускай пишет, куда пишет хотя бы. А где консоль? Так. Итак, давайте посмотрим, какие у нас параметры. Скрыть. Вот. Вот такую штуку нужно добавить в Gmeter. Вот она выделена внизу у меня. Чтобы он делал постзапрос, то есть пишущий запрос. Юзернейм, имя юзера, которого вы добавили ранее, и месседж, любой текст. Телеграм скинуть, хорошо. Так, и давайте я вам скину еще, какой URL надо. Users MSG. Потому что users new, он не даст вам ставить несколько одинаковых пользователей. Да. А MSG... Так, замена минус, нижний подчеркнуть на минус, не помогла. Печально. Там не текстом, да, хорошо. Ну, текстом, да, там просто так, получилось?
У кого-нибудь получилось сделать пост-запросы успешные? Да, отлично. Все команды вот после фреймстарта скинуть какой-нибудь отдельный файл. Отдельно, в который мы делали? Или который мы делали команды? Да, вообще, все подряд. Хорошо. Так, после NPM старт, ну, мы сначала в API-шку зашли, и там посоздавали, просто попробовали, что она делает. И потом сделали, давайте в Telegram скину. Вот такую команду мы сделали, присоединились к базе. Ну, у вас в Telegram должно прийти. И после этого... так, ну, use либо admin. И в конце вот таким образом мы смотрим, какие у нас записи добавились в базу. Итак, docker compose no such file at directory docker compose 1 YAML. Так. Месседж это, ну, вроде как человек просто от своего имени оставляет сообщение на стене где-нибудь. То есть есть имя у сообщения и текст, больше ничего. Ну, такая, очень... 100% ошибок. А, слэш, наверное, нужно в конце, да, пути? Нет. Слэш, попробуйте, возможно. А, 100% ошибок? Вообще не должно быть. Я не попал. Так. 100% ошибок. А попробуйте на запись. Надо еще пишущий создать. Да, надо еще пишущий создать. Я данные скинул. Так, ну там метод пост надо сделать. Так. Users MSG, да. И данные я вам скинул там чуть выше. User, username и user message. И должно все заработать. Давайте сейчас вместе с вами попробую. Так, секунду. Да, как raw data. А, вот. Именно боди, да? Боди, в боди, просто в боди это записать, потому что оно уже заинкоджено, это уже готовый боди. Так. Ну, я прям строчку скинул. Там user в квадратных скобках username. Вот, я чуть выше скидывал. Либо параметрами user в квадратных скобках username и user в квадратных скобках message, либо просто raw data и вот скопировать as is. Должно заработать. Ну там же Gmeter, и там вы выбираете raw data, когда делаете постзапрос. Мы вчера это делали. И body data. Спасибо. И после этого просто вставляете то, что я скидывал чуть раньше. Так я все в Telegram скинул, все, что вам нужно. Окей. Я так смотрю, у кого-то получилось. У вас получилось? А на чем остановились, расскажите. На минут не остановилось. Нода не установилась. А у соседей ваших получается? Ну хорошо. Итак. У вас как успехи? Ошибки? Так, а... ну хорошо. Так. И я так понимаю, у многих возникает проблема с Gmeter. Могу показать еще раз, как этим пользоваться.
Так. Так, у вас получилось? Ну, писать, да, сейчас. И пишет нормально, да? Пишет, да. Отлично. Это хорошо. Я могу скриншоты тебе реквесты. Итак, такой. Ну да, киньте в Telegram, было бы здорово. Такой вопрос. Есть кто-то, у кого не запустилась Mongo, не запустилась нода, и он не может вообще ничего сделать? Иван, у меня большая к вам просьба. Помогите молодому человеку, у него ничего не запускается. У меня нода лежит, а я ее скинул в Google Doc. И там архивчик. Ну, посмотри, а вчерашний Google Doc у вас есть, Иван? Давайте скину вам в личку. Так, секунду. Я скинул в общий чат, скинул в Телеграме. Итак, я так понимаю, почти у всех получилось. Сейчас Иван там оперативно, надеюсь, поможет. Если что, сделаю небольшой перерыв, и я подойду, помогу. Пока пойдем дальше. Что мы делаем дальше? Итак, у нас сейчас один инстанс Mongi, и в нее ходят ноды и что-то пишет. Возможно, мы захотим сделать репликацию. Но вы понимаете, зачем нужна вообще репликация? Что? Хорошо, давайте тогда я подойду. Или, может быть, вы сможете к нам подойти сюда? И мы с вами посмотрим и все это решим. Ну, не то чтобы перерыв. Вы можете пока продолжать с G-метром, если у вас... Вы сделали, все работает. И пишущие, и читающие запросы. Ну, попробуйте одновременно, 50 на 50. Да, давайте смотреть. Вы скачали архив, который... Да. В загрузках, да? Так, язык, пожалуйста, переключить. А где? Так, есть. LS, Docker, Compose. Есть. Как тебя читается? Скопируйте, пожалуйста. Так, Mongo Vol неправильные. Ну, тогда нужно его открыть. Vim установлен. Да. Не работает вот запрос. Что не работает? Вот... Отрабатывает с 100% успехом. Который я кинул. Но? В Телеграме. Но новые сообщения не создаются. Так, а попробуйте вручную через API-шку то же самое проделать. Создавать несколько одинаковых сообщений. Это у телевизора такого нет. Так, хорошо. Тогда нужно создать его. Так, ну да. Смотрите, вот это вот нужно заменить вол на минус. Соответственно, вот здесь вот так же. Но это зависит от версии докера. Просто в новых версиях все нормально, не мешает. Не воспринимает. А вот в вашей версии он не воспринимает. Значит, тирешку заменить. На дефис. А. Create Mongo Vol. Так, заменили. Странно, у вас какая-то очень, очень странная версия докера. Давайте тогда попробуем вообще без волюма. Это тоже... Тоже должно заработать. Вот самая минимальная версия. Да. Победа. Хорошо, и тогда вам нужно будет во всех трех файлах убрать все упоминания Volume. Там их много будет, так что лучше заранее это сделайте. Да, у него Docker Compose ругался на невалидные символы нижнего подчеркивания. Couldn't connect сюда. Попробуйте. И все равно, а Docker
Sudo сервис Docker Start. Я думаю, он у вас не запущен тогда. Он не дает ключи. А что пишет? Sudo сервис Docker Start? Sudo сервис Docker Start. И Sudo Docker Compose App тоже. Ох, какие-то проблемы с докером. Попробуйте сделать не старт, а рестарт. Остановить его и стартануть заново. Итак, все разобрались с G-метром, у всех получилось что-то сделать. Так. Давайте, пожалуйста, поднимем руки, у кого не получилось запустить ноду плюс Mongo. Вот еще раз, последний раз. Один человек. Что? Ох, даже пока вот не знаю, чем вам помочь, боюсь, что придется сидеть и разбираться. Давайте отложим это до конца занятия, а вы пока попробуйте там с кем-нибудь в паре поработать, ладно? Хорошо. Ну, может быть, перерыв, если устроим, то поможем. Итак, следующий шаг — это мы будем запускать Mongo с репликой. Для этого нам нужно в первую очередь остановить то, что у нас сейчас запущено. Docker Compose Stop. Ну, так, это вообще зависит от того, как вы это запускали. Если вы не делали минус D, то просто Ctrl-C он остановит. Вот, там, где мы запускали Docker Compose минус F, нужно остановить все, Ctrl-C. А найти то окно, где у вас Docker Compose. Так. Docker Compose, там, где у вас запущен. Если вы запускали прям как я, то просто нужно остановить выполнение команды. И все. И он у вас остановится. Так, получилось, да? Супер. Теперь посмотрим, что у нас во втором файле лежит. Ноду, да не обязательно. Если вы не будете ей пользоваться, то ничего страшного не случится. Но если вы начнете ей пользоваться, то она у вас упадет. Нужно будет перезапустить. Потому что она не знает, что делать. Там, я не научил. Docker Compose 2. А он мне не здесь лежит, секунду. А их два, что ли, сразу? Их там три Docker Compose файла. И они все в Google Доке. А это у вас не тот Docker, это еще позавчерашний или вчерашний. Попробуйте найти другой. Да, сейчас я найду этот файл, секунду. Итак, вот. Что мы видим в файлике Docker Compose 2? Здесь у нас теперь три волюма для одного мастера и двух слоевов. Ну, volume — это папка, которую он будет монтировать внутрь докера, чтобы все ваши данные, которые вы туда понапишете в Mongo базу данных, они у вас, чтобы не терялись между запусками. И, ну, это удобно. Но не обязательно. У кого ругается на что-то с волюмами, можете это убрать. И дальше у нас тут три сервиса. Сервис номер один — это MongoDB Master. Сервис номер два — MongoDB Slave 1. И сервис номер три — MongoDB Slave 2. Здесь существует важное отличие. Теперь мы у всех этих MongoD пишем при запуске REPL SET. Иван про это рассказывал. Соответственно, у нас будет три инстанса Mongo. Все они будут образовывать один кластер. Из них будет один мастер и все два других слоева. И они будут сами решать там, с помощью кворума, кто из них будет мастером. Но по дефолту будет у нас мастером тот, которого мы назвали мастер. Ну, мы так изначально сделаем. Но дальше мы увидим то, что это не навсегда. Ну, тут все просто. У первого порт 27.0.17, у второго 27.0.18 и у третьего 27.0.19. Закрываю этот файл и запускаем Docker Compose. Минус F. Up. Так. Вот он у меня создает двух слоевов и мастера. И
И все, пошло. Пошло, поехало, как говорится. Но это не все. Нам нужно сказать мастеру, какие у него слоевы. То есть нам нужно собрать этот кластер. Поэтому в первую очередь нам нужно зайти из другой консоли в Mongo. Mongo port 27017. Так, зашли. Вот, верхняя команда. 27017. Ну, стандартный порт. Пока все стандартно. Так. Получилось? Secondary. Secondary — это значит, что он не мастер. Там есть primary и secondary. Slave, да. Спасибо. Что? Ну да, Django slave. Итак, когда мы делаем RS статус, он нам пишет то, что REPL set не инициализирован и просит сделать RS initiate. Собственно, мы это и сделаем. Вот следующая команда. Давайте я вам эти все команды скину в Telegram. Вам же будет проще. Они у нас есть в файлике. Они у вас есть в файлике? Да? Google Docs, да. Ну, давайте я скину, чтобы там все не искали. Вот. Итак, мы делаем initiate. Оп, ок. Ок 1. Это хороший знак. И смотрим опять статус. Вот все поменялось. Он теперь понимает, что у него replication set под названием RS0. И у него есть members. Но пока что в members только в массиве members, только один объект, он сам. И, собственно, он у него стоит primary. То есть он мастер. Мастер самого себя. И вот появилась вот такая вот внизу, возле него, надпись primary. У всех получилось? Хорошо, идем дальше. Дальше мы можем добавить первого слоева. Вот такой командой. RS add MongoDB slave 1. Название. Это его хост. Мы запустили их в докере, и у докера есть свой там встроенный DNS-сервер. И он вот этот имя, MongoDB slave 1, он его резолвит. На самом деле это просто какой-то хост. Это может быть IP-адрес, может быть какой-то URL, а хост, собственно, какого-то удаленного сервера. Как правило, хорошим тоном считается разносить реплики на разные машины, желательно в разные дата-центры. Вам, по-моему, Иван рассказывал, для чего это нужно. Потому что может в одном дата-центре случиться пожар, может случиться стройка. Часто бывает такое, что перебивают кабели, и дата-центр оказывается недоступен. Собственно, для этого очень удобно иметь реплики в разных дата-центрах. Но, правда, это снижает скорость довоза данных. То есть мы пишем уже в мастер, и данные только через какое-то время попадают по сети на реплики. И если у вас реплики будут в разных частях света, то они будут отставать. Они будут отставать всегда. Ну, при условии, что у вас постоянная запись идет. Если записи нет, то вообще никаких проблем. Там запись раз в день и несрочная. То можно делать так. Часто делают, например, если у вас есть аудитория, например, в Америке и в Европе, сделать две реплики. Одна там, другая здесь. И, собственно, американские пользователи будут ходить в свою локальную реплику, а европейские в свою европейскую локальную реплику. Но это будет работать, пока им не нужно будет ничего писать. И, соответственно, все записи, которые вы будете писать в мастере, они будут доезжать с задержкой. Но если это приемлемо для вашего проекта, то вполне можете так делать. Итак, делаем
Да. Порт 2717. Потому что это, опять-таки, докер DNS, у него есть внутренняя сеть. Мы же прописали, что там. Да, это из хоста. То есть, когда вы выйдете из... В общем, Mongo у нас запущено внутри докера. И все операции, которые мы здесь сейчас выполняем, они выполняются тоже внутри докера. Внутри докеров есть своя сеть внутренняя, где у них у всех одинаковые порты, но разные адреса, IP-адреса. Собственно, чтобы мы могли снаружи, с хостовой машины зайти к ним, мы пробрасываем порт наружу. Но так как мы не можем всем им один порт пробросить на хостовую машину, нам приходится изобретать вот разные номера портов. И снаружи, вот мы же писали, вот, Mongo порт. Если вы напишете вот здесь 18, то вы подключитесь ко второму инстансу. И потому что вы это будете делать из хостовой машины. Итак, продолжим. Вот мы добавили первого слева. Опять смотрим статус и видим, что в массиве members уже две машины появилось. Primary и secondary. А я что передаешь? Еще раз. Ripple set. Я просто initiate и вручную добавляю add. Вручную добавляю след. В докере. В Docker Compose 2 там прям запускается. Запускается у человека за Ripple set. Такого не может быть. А вы точно запускали? Вы точно запускали Docker Compose YAML 2? Может, первый? Потому что в первом не было Ripple set, а во втором есть. Это важно. Итак, мы добавили первый, и сейчас добавляем второй. Второй слейв добавляем. Вот видим, что все ок, и смотрим, что у нас появилось три мембера. Так, я, с вашего позволения, чуть-чуть поменьше сделаю, чтобы оно хотя бы в экран влезало. Вот мы видим 0, это текущий сервер. Видим 1 и видим 2. Ну, собственно, все. У нас репликация настроена. Теперь можем закрыть соединение, ну, закрыть консоль Mongo и попробовать зайти на наш... И докера это делал. Изнутри докера и... То получается, он мне слейв 1 не видит. Такого не должно быть, он должен их видеть. То есть слейв 1 попробуйте. Если вы внутри докера, знаете, что попробуйте сделать? Ping MongoDB слейв 2 или слейв 1. Эти все хосты должны быть прописаны у него. Так, получилось. Должно что-то передаваться, что-то получаться. Он должен пинговаться. Пингуется? Нет. Так, давайте тогда вместе с вами это проделаем. Docker PS. Вот мы видим раз, два, три Mongo. Так, у вас так же? Да. Docker PS, три Mongo. Заходим на первую, да? Да. Docker exec минус IT bin bash. И теперь... Ping. Ну, конечно, на command not found. А вы поставили команду ping, да? Иван, вы там не освободились? Сейчас это где? Ну, то есть первый контейнер не остановили, да, наверное? Ну, понятно. Либо локальная Mongo была бы, да? Ну, или так. Можно еще раз Docker PS? Да, конечно, Docker PS. Mongo, Mongo, Mongo. И вот имя Mongo, Mongo, MongoDB Master 1, Mongo, MongoDB Slave 2 и Slave 1. Порты не пробросились в машину с первой. Порты не пробросились. У меня есть... Только 18-19. Так, а Docker Compose... А возможно, у вас не остановлен старый докер?
Или локальные докеры. Или локальные. Ну, скорее всего, если у вас три докера все-таки запущено, то нужно взять первый и сделать на него rm-f. Тот, который у вас без порта, без проброшенного. И попробовать сделать заново Docker Compose App. Попробуйте, возможно, это поможет. Итак. Итак, что мы можем теперь видеть? Мы опять заходим на localhost 3000. Вот у меня нода не упала пока, потому что я ей не пользовался. Смотрим see users. Да, вот теперь упала. Секунду. У меня не тот порт. Сейчас починю. Так, мастер. Да. Как будут догоняться реплики? Что им догоняться-то, собственно? Ну да, нет. Пока у нас никаких данных нет. Тогда я не понимаю, почему обычно это стоит, Ну да. Какие именно? Ну, под 100% ошибок, то есть почти все запросы отваливают. А если меньше запросов, то меньше? Ну, то есть сколько вы запросов делаете параллельно? 1000. Удивительно, что он у вас работает еще. Такая без реплик. Почти ноль было. Да. Без реплик, без реплик. И все было хорошо. Тут три раза больше писать. Ну вообще да, нам же нужно довозить все данные до всех реплик. Да. Но сейчас мы пробуем шардирование и посмотрим, что там. Так, 0.17. Итак, я заново запускаю ноду. И смотрю users и вижу, что у меня новый users created. Ну, собственно, мы можем посоздавать новых пользователей. И сейчас посмотрим то, что они у нас все появятся на всех шардах. Так, давайте я тоже с вами это сделаю. Вот я создал троих пользователей и добавлю пару сообщений. Итак. Мы смотрим, что у нас, ну вот я добавил несколько пользователей. Вы то же самое смогли проделать, да? А давайте теперь вернемся в консоль и начнем заходить на разные инстансы Монги. Как напомню, что мы их запустили на портах 27.0.17, 18.19. Это порты, которые видны с хостовой машины. Получилось? Нет? Что? Что-то с трансляцией, вы имеете в виду в этом, да? Массив.ну. Это есть длина массива. Сейчас лучше, нет? Ну, вы же понимаете, что это... Ну, давайте я остановлю. Не показывать экран. И верну. Сейчас лучше? Я вот заново запустил. А, хорошо. Итак, у нас Mongo запущена на портах 17, 18, 19. Заходим в первый. Делаем все, как в прошлый раз. Show DBS. Если у вас есть DB1, то... use db1 и дальше делаем там find. Спасибо. О, да. Вы можете делать find all, можете делать find конкретного. Это не принципиально. Но суть в том, что мы посмотрели, что в мастере есть данные. Напомню, что у нас нода, она приконнектилась только к порту 27.0.17. К другим она не коннектилась.
И мы смотрим 27.0.18, делаем то же самое. Not master and slave ok. И у нас ничего не получается. Да, давайте попробуем прибить сначала мастера. Потому что он у нас хочет, чтобы мы всегда читали и писали в мастер сейчас. Так настроено. Делаем докер PS. И смотрим, который у нас запущен на порту 27.0.17. И делаем его докер стоп. Готово. Он у нас остановлен. Теперь мы что делаем? Мы коннектимся ко второй реплике, которая на порту 27.0.18. И запускаем RS статус. Мы хотим посмотреть, что у нас происходит. И мы видим то, что health у мастера, который был раньше мастером, стал 0. И state str not reachable. То есть ну, что-то не в порядке с ним. Дальше мы видим то, что тот slave, который... MongoDB slave... Slave 1, который у нас на порту 21.0.18, он стал primary. Вот, собственно, у нас здесь в углу написано primary. То есть два оставшихся сервера, они договорились между собой, кто будет из них первым, и выбрали, что это будет вот тот, который на 18-м порту. Собственно, теперь мы можем делать find, и мы увидим то, что все наши записи здесь есть. Мастер, напомню, лежит, а реплика работает. Так, теперь можно, например, отсюда выйти. Да, вот мы как раз хотим это сделать. А? Иван, вам звонят. Что обозначает ошибка? Not master and slave. А вы убейте сначала мастер, чтобы она стала мастером. То есть, ну там настроено так, что мы можете... Ну, так настроено, да. Там вроде можно настроить, чтобы можно было обращаться к любому слейву на чтение. Но по дефолту он ждет, пока станет мастером, и до этого падает с ошибкой. Поэтому мы убили вот мастера и зашли на реплику номер 18, который на порту 18. Теперь мы можем сделать докер старт мастера. Вот, пожалуйста, вернули его на место. Заходим опять в Mongo, в любую, это не принципиально, и смотрим RS-статус. И вот мы увидели то, что ID0, тот, который раньше был мастером, он поднялся, но он стал secondary. То есть он стал репликой. Он не стал забирать обратно себе роль мастера. Вот можем еще раз перепроверить. То есть primary остался slave номер один. Соответственно, теперь все чтения и записи со слейва, который был раньше, они будут валиться с ошибкой. Что можно теперь попробовать? Можно попробовать убить сразу две машины. И мастера, и одного слейва. И посмотрим, что будет в этой ситуации. Сразу после того, как мастер умер, какое-то время недоступен, что ли? Пока они не определят, кто из них станет мастером, он будет недоступен. Да. Просто поймал такой момент. 19-е определение, не обязательно. Да. Они там решают по-своему. У них есть своя странная логика. Момент, что оба секретаря добавлять через браузер. Через браузер не можем, потому что он идет на неправильный порт. Вообще мы там, мы дальше будем рассматривать схему с шардированием, но можно поставить вначале этот мангус, как Иван рассказывал, чтобы он всегда ходил нормально, даже если мастер упал, то есть он найдет правильного мастера и так далее. Но мы этого делать пока не будем. Итак, делаем докер PS, выбираем двух, которые стали, один из них мастер, другой слейв, и делаем их докер стоп. Стоп. Раз. И тот, который у меня мастер. У вас может быть другой. Вот у меня мастером стал 21.0.18. Вот я именно его стопаю. Вот я их стопнул. Делаю еще раз докер PS и вижу, что у меня запущена только одна Mongo на порту 27.0.19.
И к ней я хочу приконнектиться. 0.19. Вот она в секондаре сейчас. RS-статус делаю, она все еще в секондаре. И slave 1 non-reachable, master но not reachable. И мы видим то, что она никак не становится мастером. Кто может ответить, почему? Не хватает голосов. Как вот это слово умеет. Кворум. Кворум, да. Да, ей не хватает голосов, и она в секондаре, она не понимает. Ей никто не дает разрешения быть мастером, а ей не с кем договариваться. Поэтому, когда у вас есть кластер на, с MongoDB, вот, с репликацией, то нужно понимать, что хотя у вас машины три, из строя может выйти только одна, любая, чтобы кластер остался жив. Если выходит из строя две, то там как повезет. Выйдет мастер из строя, то все сломается. Все сломается надолго, пока вы его не почините. Если выйдет из строя две реплики, то будет все более-менее работать. Там более того, даже если мастер один останется жив, он видит, что у него кворума нет, и он... А давайте попробуем. То есть вручную взять и сказать, что логично, ты станешь у нас мастером, не получится? Я на самом деле... Ну, вручную это в любом случае, представь, у тебя в 2 часа ночи все случилось. Ты об этом узнаешь, если у тебя нет смс-мониторинга, ты об этом узнаешь утром. Если у тебя нет дежурного админа, тебе даже никто не позвонит. А если у тебя есть дежурный админ, то он тебе позвонит и скажет, что все пропало, у нас остался один сервер, нет кворума. И тогда... А? Да, и тогда можно выключить репликацию, пока у вас чинят, и попробовать запустить это все так, на свой страх и риск. То есть это ручная работа. Так, где мы там Docker Stop делали? Делаем Docker Start. Один поднялся, второй поднялся. Заходим в Mongo и смотрим на наши статусы. Они все три секондари. Потому что они пока не договорились. Ну, вот я попал так. Но они все хотя бы живы. И вот мы видим, что тот инстанс, в который я зашел, стал primary. Его выбрали на роль мастера. Вот. У него появилось в консоли в начале каждой строчки primary. И вот у него стоит str primary. Собственно, все, они договорились, они работают. Теперь мы хотели убить всех, кроме мастера. Так, мастер у меня на порту 19 сейчас. Давайте делаем докер, стоп, раз и два. Вот мы их остановили. Вот он primary, RS-статус. Ну, он primary, он работает. Пока primary, пока работает. Так, но он пока увидел то, что один умер. Вот, судя по статусу. Второй у него пока не помечен мертвым. Да, вот, отлично. И... Он стал секондари, да. Все-таки я неправильно вам сказал. Кворума ему даже, чтобы остаться мастером, не хватает. Вот, к сожалению, так. Собственно, вот мы это попробовали на своих руках и своими руками, и мы понимаем то, что если такое случится на боевом сервере, то это будет очень-очень плохо. Поэтому, если вы хотите, чтобы все нормально работало, нужно делать побольше там серверов, доставлять. Ну, хотя бы 5, что ли, чтобы мы могли 2 выйти из строя, и система продолжала работать в штатном режиме. Ну, даже 3, наверное, смогут выйти, да. Собственно, на этом мы с репликацией, пожалуй, закончим. Так, где у меня докер запущен? Так. Вот я останавливаю. Как видно, когда я нажал Ctrl-C, у меня остановился только один, потому что 2 других я остановил вручную. И теперь мы можем смотреть на третий файл. Docker Compose 3. Здесь у нас схема еще интереснее. Картинки вам, кстати, Иван показывал, я могу вам их тоже показать. Вот есть так, одна статейка с картинками, с хорошими. Вот такая схема, она классная. Вот всем видно, да?
Когда у нас есть мангос, два реплика сета, конфиг серверы тоже зареплицированы, и все работает успешно. Но мы так делать пока не будем, ну, потому что это просто долго писать в докер-файле. Ну, хотя, возможно, если у нас останется время и будет желание, но времени не останется. Итак, мы сделаем схему попроще. Мы сделаем вот такую схему. То есть, когда у нас есть один мангос, два шарда и один конфиг-сервер. Вот такая простейшая схема. Что для этого нужно? Для этого нужно 1, 2, 3, 4 волюма, в которых будут лежать данные. Один Mongo's сервис, который будет запускаться вот таким образом. Ему нужен только MongoConfig. MongoConfig — это не имя, а хост. Вот он MongoConfig, который запускает через MongoD минус конфиг SRV. И два обычных шарда, которые мы уже запускали в прошлый раз без всяких реплика сетов, просто MongoD. 1, 2. Все слушают на разных портах снаружи. 17, 18, 19, 20. Подождите. Да, все верно. Есть вопросы по тому, как это все запускается? Если порядок, то в первую очередь запускаются шарды, но это, в принципе, не обязательно. Дальше обязательно запускается конфиг-сервер, и в последнюю очередь после конфиг-сервера обязательно запускается Mongo's. И после того, как запущен конфиг-сервер Mongo's и два шарда, мы можем их проинициализировать. То есть Mongo's сказать, то, что вот твой первый шард, вот твой второй шард. Сейчас это проделаем. Docker Compose опять. Минус F. Docker Compose 3. Up. Вот он создает шардов, создает конфиг, получилось, и создает Mongo's 1. И вот все, пошло-поехало, как говорится. Запускаем npm start. Он пишет, что у него не получилось приконнектиться. Точно, да, нужно заинициализировать шарды, спасибо. Это делается вот примерно такой командой. У него нет шардов, поэтому ему некуда писать. Ну, понятно. Вот скинул в Telegram. Давайте проделаем вместе. Мы заходим в Mongo на порт Mongo's, и все фейлится. Да, секунду. Connect failed. 45. Так, то же самое. Mongo, shell, Mongo, worker, вот. Хотя вроде как. Да, у кого порт занят? Да, к сожалению, у меня возникла небольшая техническая проблема. Он мне не хочет коннектиться. Ну, давайте тогда, я уже не успею это решить сегодня, у нас осталось 15 минут. Расскажу так словами, что происходит. Что такое? Что происходит в этой ситуации? То есть у нас есть два шарда. Mongo's и конфиг-сервер. Потом мы говорим Mongo's, что у тебя вот есть шард 1 через addShard и есть шард 2 тоже через addShard с разными IP-шниками. Ну, в нашем случае у них порты будут одинаковые, разные будут их хостнеймы. И после этого, выполнив команду print sharding status, Вот print sharding status. Мы увидим то, что шардирование включено, и оно работает. И там будет показано, какие базы у нас шардируются,
и куда идут шарды. После этого нам нужно зайти в Mongo через консоль и разрешить шардирование конкретно нашей базы. Это делается через командочку. Сейчас я вам ее скину. MongoDB config enable sharding. Это делается через команду enable sharding с указанием вашей базы. И после того, как вы это сделали, то ваша база данных, она сможет уже шардироваться. Ну, собственно, наверное, на сегодня это все. В начале завтрашнего семинара я вам покажу работающую версию этого дела. Ну, просто дам вам докер-файл, который вы сможете запустить и сами попробовать. И будет Tarantul. Собственно, всем спасибо. Вопросы, да? Телеграм, что завтра да. Будет это. Банкет? Да, банкет. Да, Telegram. Primary. Да, это потому, что вы, наверное, приконнектились не к тому. Судя по всему, вы либо не перезапустили докер, то есть у вас все еще запущен старый контейнер, либо просто приконнектились не на тот порт.